Всем, друзья, привет, дорогие и любители киберспорта! Мы с вами врываемся в гранд-финал турнира «Огни Олимпа» по Валоранту. И у нас у микрофона, друзья, Слард и Максим Шемпи. Да, всех мы вас приветствуем. Это у нас последний, получается, гранд-финал. Получается, гранд-финал. Гранд-финал, сейчас будет битва. Эта битва будет легендарной. Наконец-то, достойный соперник. Да, красиво. Ну, у нас сегодня третий раз Перл, благо больше мы сегодня уже его не увидим, на следующей карте уже будет другая. Ну да. Ой, хорошо. Мы уже знаем эту карту, понимаешь, даже если бы мы не комментировали никогда в жизни, мне кажется, с третьей карты уже можно знать полностью это. Ну, согласен. Ну, тут вообще крайне интересно... Что у нас новенького выдумают команды, либо будут не особо что-то менять. Опять же, у нас играют КФУ 1 против, напомни еще раз, какую команду. Так, смотри, у нас там какие-то бафы, дебафы и в плане дисквалификации команд произошли, поэтому из-за этого всего у нас сейчас играют Фениксы против Марины Эспорт. Сейчас единственное... Фениксы против Марины и Спортс. Хотя должны вроде КФУ, да? Были. Да, там должны были совсем другие ребята принимать участие. Вот сейчас я посмотрю. Ре, у нас, соответственно, защита. Ага, я тут немножко накосячил. Так, сейчас секунду. Ну, ладно. В целом-то у нас сейчас уже начинается первый пистолетный раунд. Это первая половина матча. Марина и Спортс у нас активно занимает лонг. Будет понемножку проходить. Сейчас в целом-то, кстати, в их пике ничего не изменилось. Может быть, только вера в победу? Может быть. Вот и все. Да. И пока что кошка фейт летят, в общем, максимально... Ну, мы уже видели подобные атаки, поэтому тут ничего нового не будет, я уверен. Просто спокойно отсеяли пол сайта и спокойно поставили. Ну, кстати, хороший опен в пользу коллектива защиты, опять же, уходит по джет, по сути, главному опенфрагеру из коллектива. Как раз таки Феникса, у какой размен, и должен принимать у нас тут фейда, но не получается, потому что 2-3 ситуации. Все погибли. Атакующая сторона, в итоге хорошая сторона защиты, аккуратненько вышли, почекали, проверили, ну и хорошая стрельба, безусловно. Ну да. 1-0 у нас берут Marine Esports. Кстати, да, начинают они на этот раз уже за сторону защиты. И как думаешь, чью пользу уйдет первая половина матча? Сейчас посмотрим по героям. Единственное, жалко, что нету в пиках ни одной, ни второй команды Кайо. Но, тем не менее, ну, да. Что у нас тут? Дым, разведка. Слушай, ну мне нравится пик, конечно, у Marine Esports. Наверное, Рейна это самый вообще редко питаемый персонаж на такой сцене. Опять же, да и в целом, это очень редко питаемый персонаж, но правильный игрок ее он сможет реализовать. Кстати, какая стяжка хорошая, это ей неплохой дэмэдж будет, согласись. Опять же, хороший раш от фениксов. Вот воду. Что-то подобное мы уже видели. В спину там стреляли, ну слишком много урона тут бегут и рашат. Ребята. Ну да. Ага, пока что. Купол. У нас, я так понял. Сайту. Сейдж. Уже отходит. О, господи. Ага, если бы точнее Скай, я так понял, да. В спину заходит у нас Вайпер. Опять же, кстати, есть вариант как-то в клешни взять, согласись. Тут моментик может быть хороший, каким-то образом не заметила. И все-таки оформляет первый, второй фраг, и вся команда разлетается. Обалдеть. Слушай, ну хорошие две головы на последних двух фрагах. И, конечно... кстати, сразу обращаю твое внимание, что команда атакующих взяла себе бай. Хотя они первый раунд проиграли. По итогу они проигрывают второй бонусный раунд. И еще и в третьем раунде текущем. У них не будет бая на фул. То есть они сейчас, ну, опять да. же, будут приобретать всякие диглы и прочее. Ну да, обойдутся, получается, тем, что есть. Ну это, конечно, рискованный моментик был так делать.
Опять же, и вообще, ты видел, думаю, момент, когда джет коллектива Феникс, как раз-таки она не заметила вот вайпер, который заходил в спину. Да, да. Это прям, это, на самом деле, лаки момент, и он мог, на самом деле, изменить исход, если бы джет заметила. Да, там разминулись ребята, в итоге вайпер переключила все внимание на себя, убив джетку, и остальные игроки запаниковали, начали тоже уже смотреть в другую сторону, и их уже те в спину убили, получается. Так что да, ну получилось, что вайпер переиграл и уничтожила. Ну, получается так. Пока что. Какой хэдшот ставит Харбор, открывает, кстати, по сути, проход через картины и дает свою стенку, и у нас это хороший сплитпуш, слушай, не, вот это правильное использование Харбора, вот тут Феникс очень, очень интересно его использует, и есть опен, второй, кстати, уже от Харбора, пока что есть инфа от, ух, нифига себе, там сколько меток, я думаю, ты видишь, чисто, нити. Перестреливает глухой. Прочь с дороги! Метка сработала. 30. Пока что есть ульта Харбора. В 2, в 4, в 3 уже. Пачка ставится, и в целом тут есть вариации для разыгровки. Это немножко проходит у нас Сайфер. Вариант не очень неприятно попадается на молотов. Остался один игрок. Опять же, есть фраг с джетки. Ну и слушай, 1-3 тут трудновато будет играть, хотя все равно он пробует. Есть, скорее всего, второй фраг. Нет, какой хэд... Слушай, еще один хэдшот от Харбора, и он уже 3-4 фраг оформляет в этом раунде. Хорошо получилось за сторону атаки. Ну, могли ребята, когда 3 в 2 ситуация, при том, что, казалось бы, и джетка красный, и Харбор, вайпер. Но по итогу, вот, да, там джетка перестреляла. Вышла, очень хороший тайминг поймала. И 3 в 1 ситуация, ну, там уже только на удачу. То есть, возможно, стоило потянуть немного время, потому что времени хватало еще секунд 5. Ну да, 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 тут с тобой согласен. И это будет атака Б. Есть, вот опять же. Вот этот, получается, Феникс. Как вот эти птички, которые летают вот, со стенкой Харбора, это, конечно, что-то с чем-то. Ну ладно, проходит, в целом должен давать у нас волну Харбор и отсюда уже играть. Ну слушай, 3 опорника на Б, это достаточно мощно. И слушай, не прогадали вроде. Есть люркер на прочеку у коллектива Феникса. Опять же, вайпер там играет. И есть, кстати, варианты для поджима у Фейды, если пройдет мид, конечно, уже. Атака развивается вся. Опять же, вайпер коллектива защиты. Будет сейчас пикнуть. Кстати, очень неплохо может сейчас забрать джет. Как хорошо-то проходит. Слушай, подобное мы уже видели, прям точь-в-точь. Проходы в прошлый раз не получилось это сделать. И, слушай, это как минимум неожиданный пик будет, если она пикнет отсюда. Согласись. Да, это будет удивительно сейчас для всех. Неожиданно. Главное... Осторожно сейчас играть. Ре. Ну что, попытка. Ага, там уже яд. Разведка. Увидели информация. И куда ж ты, Сайфер? Куда вы идете? Дефьюз. Половину раздефьюзил. Ой, как плохо получилось по итогу. Нет. Чуть-чуть бы лучше стрельба у Ри пошла. И, возможно, убил бы там троих. Но убил только одного. И то с каким-то лаки выстрелом. Ну, тоже верно. Ну, как-то спрей не пошел у этого игрока. И тем не менее, у нас Фениксы отыгрывают свой второй раунд. Уже и 2-2 счет становится, сравнивает счет. Да, казалось бы, вроде почему-то... Ну ладно, пистолетка, понятно, там проиграли. Второй закупились, проиграли тоже. А здесь, казалось бы, вы купили только диглы, и они взяли раунд этот. Обалдеть. И в этом раунде, где, ну, в общем, классные два последних раунда, которые они взяли... Молодцы, ребята. Сейчас уже этим... теперь у стороны атаки full buy, в отличие от защитников. Теперь уже им придется как-то на диглах выигрывать. Хм. Тут с тобой согласен, но... Слушай, экономически мы видели. У них есть случай маршала? Надо узнать. Один маршал, да, у Ри. Один маршал, и на вайпер. Да, да, да. Да, да. А мы знаем, как у нас... Вот это 3 играет от Marine Esports, слушай, с этим маршалом уже многообещающе.
есть флешка, старается как-то. Слушай, Фейду очень неплохо сейчас тут могут зажать, и все-таки репик, и двойник его убивает. Здесь кошка на воду, там уже стейдж палят. Ставит, я думаю, спайк сейчас и попробует как-то ретейкать. Сайт у нас Marine Esports, ситуация 4 в 4, журналисты смотрим команды. Мисата. Есть. Должен находить какой промах, и, кстати, всех разбирают. Здесь у нас только Мисата соло и как бы 2-3 счет. Хорошо, сейчас Фейт отыграла, тоже убила двух опорников, которые стояли на одной линии атаки. И по итогу еще и забрала последнего игрока Сайпера. Смотри, ну, у нас здесь получается сейчас у стороны атаки есть ультимативная, как у Jet, кстати говоря, посмотрим. Ну, деньги у них есть, пока не стала продавать, покупать, пока хочет ульту оставить. Но есть также Sky и Fate с ультимативными способностями. Ну, это можно, это может быть на руку. Эти кошки очень интересно пропускают они. Фейт у нас в картинах, фейт коллектива Marine Esports. Опять же, за коробкой. Ну, слушай, если будут сплитовать, то в целом у фейды коллектива защиты есть хороший шанс попробовать сделать опен на миду, это как минимум. Либо как-то в дефенсе отсидеться. Вот сейчас кошка будет спускаться, есть инфа. Ну и тут придется как-то отходить. Там, я смотрю, команда атаки передвигаются на сторону. Вайпер ждет до конца или все-таки... Ага, там стенку поставили. Сайфер стоит, сидит, ждет. Прострелки пошли. Ну, Вайпер не верит, Ри не верит. Поднятие стенки Вайпер, ульта. Фейт. Ну, слушай, как Феникс. Мне просто в лицо прилетел. Да, есть, кстати, молотов, она может закидывать же через этот купол. Я не понимаю, почему такой способ ретейка, ну, антиретейка, по сути, вот этого спайка не используют. Есть молотов на правое крыло. Ну и слушай, 3 в 4. А, нет, 3 в 5. Уже 3 в 4. Так, как знаю. Кстати, до половины задефали, да, вроде? Да, половина раздефьюзена, остается еще одна половинка. Надо как-то осторожненько сейчас отыграть. Втроем надо выходить, на самом деле. Убивает волка. Убивает еще одного тапу. И... Да, до конца. Ситуация, но да. Хоть дуэлистер, знаешь, закончился быстро. Очень. Да. Хоть, казалось бы, и стенка стоит, и убил двух игроков, но там уже перезарядка, патроны, и уже на третьего игрока не хватило. В итоге дефьюз произведен. Плюс раунд. Ну да. Ну, получается 3-3, опять же, качели почему-то начинаются в начале. Хотя, я лично считаю, что преимущество по силе тут, понятное дело, скорее всего, за Marine Esports будет. Да, я на самом деле вот в плане, ну, мы с тобой видели уже, как эти игроки играли предыдущие матчи, и плюс, опять же, на этой же карте они уже должны плюс-минус понимать. Ага, вот такая агрессивная атака началась, очень интересно. Ну да, но они его в первую очередь хорошо натренировали, поэтому и пикают очень часто, вроде пик на ревизор, что-то знаю. Есть, кстати, прострелом уже голова, нифига, какая голова, ну на стае 3. Это вообще что-то с чем-то. Они, слушай, они вдвоем с этих двух позиций принимают всю тиму. И тут, а, вот размен уже пошел. Ситуация 3 в 4. У нас стычка, оказывается, на картине сейчас, на воде происходит. Фейт с Вайпер коллектива атаки дерется. Есть фраг, ну и пока что слишком долго как-то стрелялись. Только я сказал, что долго стрелялись, так и все, уже раунд оканчивается. Да, попытался, видимо, как-то спин зайти, ну, потому что время позволяло, но по итогу там фейт перестреляла защитная. И берут себе защитники еще один раунд. Да. Пока что счет 4-3 в пользу Marine Esports. Ну и слушай, сейчас у них экономика получше. Немножко дебафнули экономику своих оппонентов, коллектива Феникс. Опять же, и ожидается, наверное, Marine Esports такая более доминирующая игра в первой половине. Ага, там ультимативная от Вайпер пошла на защиту Б. Ну да, здесь будет очень тяжело выходить. Либо как-то прострелом получится им рандомно убить Ри, либо... Ага, так. Ух ты, вот это что творится, и все равно Jet не реализует свою ульту.
песни. О, господи, всеми обилками. Это Valorant. Помните, что это Valorant. Это реально, это Вьетнам какой-то. Ну, я думаю, ты видел столько обилок, как бы в сайту. Это, господи. Оказаться в этом, это вообще... И врагу не пожелаешь. Кстати, самое интересное, что с левого... с правого крыла у нас тут... точнее, с левого, да. Fate как-то вообще почему-то не рискнула агрессивничать на, ну, на Рейну, коллектива Marine Esports. Могла забрать на самом-то деле, но... как-то не получилось. Ну, ее потом все равно забрали. Ситуация 2 в 3. Пачка ставится, ульта от Вайпер. Ну, тут, слушай, я так думаю, что это раунд 100% в пользу Феникса. Хотя, зная, как у нас могут ретейкать сайты, главное, чтобы Сайпер сейчас спиной не зашел. Да, вот, зашел как итог. И тайминг хороший ловит, кстати. Размен, а у Фейды коллектива атаки это был, по-моему, третий фраг. Ну, слушай, время тикает. И, слушай, можно попробовать сыграть как-то через кошку. Ему надо выбить тех, кто за этой ультой. И в целом у него это получается. Ищет вайпер, увы, префом его забирают. Не, поторопился, потому что еще не успел вернуться обратно его здоровье. Он только убил Скай. Да, хорошая попытка была рискнуть, скажем так, сразу ворваться, но все-таки в этой ситуации надо было подождать хотя бы, чтобы количество ХП поднялось. Плюс Скай уже понимала о том, что будет выход, прошу прощения, Вайпер знал о том, что Скай будет входить в яд с этой стороны. Надо было... как-то переиграть, возможно, иначе. Кошка. Кошка у нее была. У нее кошка была. В целом, да. Она могла ее пустить. Ну, игрок мог пустить кошку Фейды и в целом-то попробовать. Ну, она бы кошку бы в любом случае спалила, оглушила, и можно было бы пробовать. Тут два варианта. Либо она бы отошла за этой, и ты начал дефузить, потому что кошка, она же оглушает еще. И не слышно, начал ли ты дефузить или нет. Понимаешь? Тут такой момент, он мог до половины как-то попробовать агрессивничать. То есть тут как бы вариации было, и выходом в этой ситуации, наверное, была как раз-таки обилка Фейды. Да, в целом, так оно и есть. Стараются у нас как-то халдить, мид играть. 2 плюс... Нет, мне 3 плюс 2 играют. Через картины будет сплит-пуш, скорее всего. Есть опены уже в пользу коллектива Феникс. Крайне неплохо заходят. Устанавливают план, поставили. Ну, в итоге у нас сейчас картины с Сити. Ага, читает. Ах, хорошо, голова, но не убивает. Остается один Ри, Вайпер. Подсиливают всех тиммейтов. И Хиро. Убивает Ри у нас, хороший килл. Почему-то Ри был целенаправленно уверен, что именно с правой стороны, если кто-то и будет выходить, с левой маловероятно, но по итогу Харвар вышел именно слева. Не, ну, у нас Ри среагировал, но все равно не убил. Да. Окей. Что у нас по закупу? Вижу, что опять такой полубай. Какой-то с двумя маршалами, с тремя шерифами приобретается. Там, кстати, достаточно быстрая агрессия выходит на сайт. Притягиваются два защитника тоже в сторону сайта. Сайпер устанавливает камеру на арты. Кстати, очень интересные просветы у Фейды, Marine Esports, в это, ну, на этой игре. Слушай, в прошлых играх такого не было почему-то. Не, ну реально, всю тиму постоянно. Либо у нас Феникс как-то их не замечает и просто не рушит это, но тут как бы метка по всем есть, и все понимают, откуда можно идти, а это как бы очень хорошая инфа. Да, здесь я оставлю. Может быть стычка, и все-таки голову ставит у нас вайпер коллектива атаки. Продвигается, есть метка от Сайфера. Все-таки шьет. И ситуация 3 в 5. Есть у нас, кстати, хорошая стяжка по Сайферу. Тут можно будет пробовать уже как-то разыгрывать. Есть ревайв у Сейджи, коллектива защиты. Ее можно тоже использовать. Дает небольшой дэмэдж прострелом у нас. Десата.
Ну слушай, пока что в целом нормально получается. Хотя для эко желательно бы два фрага. Два фрага есть, а в целом это нормально, неплохо. Ну да, с таким полубаем в итоге забрали двух игроков команды атаки. Ну, получилось не самым лучшим образом, хотя, казалось бы, информация у ребят была. Игроки стянулись, но заняли не самые лучшие позиции. Тоже верно. Да, по ультимативным способностям видим, что сейчас у Сейджи, которая ультимативная, одного поинта не хватает для героя. Отпор команде защитников. И есть у Сайфера ультимативная, что, кстати говоря, один любой open kill для него, и будет возможность разведать всю обстановку. Так, прошла ульта Харбора. Ну, обычно ульту Сайфера, мне кажется, он там в... А хотя вот, как ты и предсказывал, в целом он сразу юзает ульту и... И тимфа, кстати, что находятся все оттуда, все вчетвером. Кстати, вот Харбор между двух огней на самом-то деле находится у нас тут. Как бы все равно распикивает и получает голову. Размен. И слушай, пока что еще до фрага в пользу коллектива Marine Esports. И счет 5-6. Да, вот это, конечно, разведывательная информация от Сайфера. На него вышли, и он, собственно, сделал open kill, благодаря чему он дал возможность раздефьюзить, ну и вообще обнаружить информацию, что может быть кто-то глубоко в плен зашел, кто-то может быть в пленте остался. Нет, все, информация по всем есть, и, пожалуйста, как говорится, даже сквозь любые стенки и смоки стреляйте и простреливайте. Ну, факт. Итак... Холд. На этот раз у нас Феникс играет холд. Это последний раунд до смены сторон. И слушай, как думаешь... А, нет, у нас играет все-таки, скорее всего, 2 плюс 2 плюс 1. Вполне вероятно. Как думаешь, кто заберет этот последний раунд и, скорее всего, чью пользу у нас? Ну, у нас либо тут ничья в первой половине, либо Феникс. У нас данный коллектив... заберет первую половину себе. Слушай, мне бы очень хотелось, ну, вот отвечая на твой вопрос, хотелось бы, чтобы, во-первых, Сейдж использовал ультимативную способность, по-моему, я не видел, чтобы за первую половину она вообще использовала ее. Во-вторых, конечно, тут очень важно, как сейчас играет у Фениксов Аки, играющий на Фейт, как он, собственно, ульту реализует, то есть, если грамотная ульта поставлена будет, ну, ага, ну вот сейчас он готовится ульту дать в центральном территории. Ага, заканчивается стенка Сейджи. Ответка. И выйдет ее мясо. Может выйти сейчас. Лед закинул. Ой, мне кажется, лучше было выйти, конечно, сюда, но может с другой стороны будет попробовать забрать. Убирает одного, второго. Двойную убийство совершает. И вот. Хороший спрей. И может и сейчас поднять еще героя. Вот, 5-3 в ситуации. Ну ладно, уже одного убили. Ри погиб. Слушай, хороший импакт вносит прям максимально, дабл килл. Но мне кажется, ты прав был, если бы вышла из смока, мне кажется, два затылка бы она увидела. Но в любом случае, два килла уже имеется, главное сейчас не ошибиться ребятам, защитникам. Ага, еще минус один килл, и они должны найти информацию, они думают, что все они там, на самом деле они за их спиной убивают, должна быть информация еще одного, но они не считают это, остается клатч один в один. Ну что, тайга. Дуэлистер. Да. Есть инфа, есть микропик, кстати, есть инфа, все ясно. Клетка. Сайфер бросает клетку, и тут уже остается пару секунд до взрыва спайка, и репик, и есть! Хорошая голова. Как мы все знаем, собственно, с фантома не убивается первым голову, но здесь два точных выстрела, и Сайфер убивает. А сам при этом остается красным. Там получается до 15 метров. До 15? Там было... с одной. Там как раз 15, да, было? Здесь. Да. Где... Нет, меньше. То ли до 10, да, то ли до 10, то ли до 15 раундов. Ой, господи. 15 метров ставится шот сразу. Uh-huh. Дальше уже 2. Ну, он наносит. То есть на этой дистанции он наносит 156, а. Понял. Да, а если больше дистанции, то он наносит 140 в голову. Ну что, у нас по итогу первая половина закончилась со счетом 6-6, это немножко даже где-то странно, но сейчас бы поменялись игроки команды сторонами, и посмотрим, что по итогу покажут нам за сторону атаки уже команда Marine Esports. Ну да.
Смена сторон. Ну, вообще, на самом деле, очень интересно увидеть атаку Marine Esports, но мы уже ее видели, поэтому нам, на самом деле, особо ничего нового, поэтому лучше интересно понаблюдать за Фениксом, за данным коллективом и его защитой. Опять же, атака очень хорошая у Marine Esports, и конкретно не знаю. Все решит вот раунд пистолетной по части второй половины, и уже посмотрим, как у нас противостоят Феникс своим оппонентам после спин сторон, собственно, за защиту. Ну, по-моему, никак. По-моему, вообще никак, а просто дали поставить. Неужели будут нацелены на ретейк после, но вот дается... А, ну, видимо, да, кстати. Видимо, специально так сделали, чтобы давали. Есть сфера, кстати, от Харбора очень неплохая. Диффузится, есть молотов, скорее всего, но тут не даст поставить, вполне вероятно. Хотя, слушай, нет, все-таки все-таки погибает. Не рассчитал немного, половина все равно есть. Ну и пока что подрастет, пускают, и размен, и один в один, дуэлистер, слушай. А-а-а, не прочитал он эту информацию. Половина раздефьюзена. Конечно, жалко, что игроки начали уже рашить атакующую сторону. Возможно, стоило остаться наоборот поближе. Непонятная ситуация с Харбором. Он чекнул правый угол и по итогу отъехал просто рандомной пулю в голову. Ну вот. Возможно, стоило бы дефьюзить. Там дождаться окончания лужи Вайпер, яда ее, и раздефьюзить и оставшуюся половину. Ну да. Опять же, там такой моментик, конечно. Слушай, вовремя... Вообще был Сайфер в картинах, но он погиб. Чередой разменов, да, он сделал фраг, он ушел в соло-размен, и очень-очень таймингово у нас Рейна вовремя начала менять позицию и заходить с картин. И это сыграло на руку, на самом-то деле, в этом моменте, в такой, по сути, серии разменов. Ну и слушай, я бы предложил, на самом деле, уйти на небольшой рекламный перерыв. В целом там. Давай, да. Дорогие друзья, у нас продолжается раунд 14, и ребята достаточно агрессивно, нагло и рискованно заходят в спину, прочекали всю здесь информацию, при этом Сайфер командой атаки уже в пункте Б, понимая, дает информацию о том, что здесь никого нету из опорников, спокойно нашли. Можно зайти заплентить, и стоит такая вот стеночка в спине, но все запрыгивают на эту стенку. Сейчас будет перестрелка полной длины. Ага. С Маршал там стреляет у нас Ри. Ранили одного. Убивают двух игроков команды. Три. Четвертый. И остается один из последних игрок на джет. И он тоже в том числе погибает. 14 раунд уходит за сторону сил атаки. Marine Esports показывает свой пик в действии. Ну что, сейчас, возможно, после того, как у нас была небольшая пауза, и команда атаки Marine Esports придумали, возможно, что-то подумали на эту тему, возможно, как-то переиграть, и, собственно, вот первый раунд пока за ними, да, возможно, сейчас будет что-то новенькое со стороны атаки. Аки у нас чекает сейчас центральный коридор, стоит с фантомом. Ну что, Макс, что ты думаешь по игре? Смогут ли добрать свои 13 раундов за атаку в Marine Esports? Вполне вероятно, очень активная, опять же, борьба в их исполнении за мид постоянно происходит.
И самое интересное, что Феникс начинает не так агрессивно держать позиции по типу картин или даблдорса, и думаю, ты видишь, оба зажаты на воде. Это у нас Харбор и Фейда, опять же, коллектива Феникс. И слушай, сейчас у нас наш любимый Рик, как всегда, оформляет килл с маршала на лонгу, это значит, что уже ярый дефолт. Ну и опять же, сейчас, как вариант, как-то попробовать Харбору, может быть, сагрессивничать. Ну слушай, очень зажато играют, пропускают. У нас, я думаю, ты видишь, что очень хорошо сделал поджим игрок на Рейне коллектива Marine Esports, опять же. Ну и разминулись. Есть, кстати, оба выход Б, самое интересное, и может неожиданно быть для Фейды. Она может повернуться затылком где-то, и это может быть сделать... Ой, зачем-то прыгать? Вот зачем? Объясните мне. Непонятно. Да. И все равно, кстати, у нас Ри берет с маршалом, его закидывают флешками, господи. Как он идет. Кстати, самое интересное, ну, если ты бросаешь флешку, ну, надо бы было бы репикать. Кстати, да, вот уже считанные секунды до того, как нужно поставить спайк. И как бы 4 секунды буквально за шкафом есть, видит, и хорошо у нас берет раунд. Берут раунд Marine Esports. Слушай, игрок на Рейне вносит тимплейный импакт, ну, точнее, он его не вносит фактически, но он выигрывает раунды. То есть это та самая поддержка, которая нужна. Не любит Рейну в пиках, но вот Marine Esports исполняет именно этого агента, вот именно этот игрок, в его исполнении вот этот агент, это просто вот чумовая штучка, потому что то, как он играет, сколько он в среднем на игру, за игру набивает, и в целом, сколько раундов выигрывает, это на самом деле недооцененный импакт, как по мне. Но опять же, за Рейну это агент по факту без обилок до тех пор, пока ты не сделал фраг. Поэтому за него не особо не любит играть. Да и флешки особо-то, ну, слабые, будем честны. Но тем не менее, это не мешает Marine Esports хорошо реализовывать этого агента в таком пике. С такими комбинациями агентов. Слушай, ты видишь это? Да, красиво! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, увы, только один фраг, но, честно, мувмент неплохой. То есть, в плане такого, на один раз, да, но в следующий раз уже будут чекать. Есть, кстати, фраг от Сайфера. Ну, слушай, тем не менее, есть, получается, волна от Харбора. Ну, опять же, есть молики у Viper Marine Esports, которые можно играть. И тут еще Рейна с ультой, как бы, мало шансов, на самом деле, изначально. И без единой потери, ну, вот, кроме вот этого первого размена в начале раунда, у нас Marine Esports спокойно забирает свой 10-й раунд, делают разрыв в 4 раунда со своими оппонентами. И, слушай, как думаешь, когда у нас Феникс проснутся? Ой, наверное, когда появятся какие-то ультимативные способности, потому что по-другому не получается у ребят зайти ни на А-плент, ни на Б-плент. Ребята, возможно, кстати, возьмут какую-нибудь паузу для того, чтобы была возможность подумать, но пока не решают себе взять. Что у нас, кстати, одного поинта не хватает трем игроковым участникам, и XX Сочи на Viper, и Аки на FD, и Таги на джетки, да. Ну да. Буквально не хватает одного. Я думаю, сейчас, если какие-то киллы пойдут, то, ну, 1-2 раунда они смогут взять с ультимативными способностями. Но пока вот именно в плане личной перестрелки не получается. Прочекивает у нас фейт коллектива атаки кошкой за бокс. Проходит Рейна, которая, кстати, может попробовать опен оформить. Есть, кстати, видит у нас игрок на фейде коллектива атаки своего оппонента. Видят друг друга, но, слушай, перестрелки так и не происходят. Решили немножко оттянуться назад, и в том числе делает это Ри и Сейдж. Ага, направляются в центр. Через даблдурс проходят, есть... Какой молотов, ты видел это? Слушай, какой тайминговый молотов? Залетело. Да, и двоих себе в копилочку забирает. И Фейду не замечает, это самое интересное. Ей сейчас пикнет, это как минимум неожиданно, и блин, если бы кошку не достал, мне кажется, мог бы и бать его сделать. В целом, но сейчас все равно на прочек бросил. 3 в 4 ситуация, опять же, но как минимум он прочекал. Если да, у Viper, опять же, коллектива Marine Esports. Слушай, с ультой уже будет гораздо труднее выбивать
достать, и не хватает патрон, почему такой спрей? Ой-ой-ой-ой-ой. Спрей был отвратительный, откровенно говоря. Ну да, не получилось как-то заспреить, хотя мог оформить даже хоть как минимум один фраг еще. Ну ладно, тут есть, зажимают у нас Сейджук идти в атаке, остается у нас в соло вайпер. И... Я не понял вообще, что сделал Ри. А зачем? Подождите. А у него был молотов? У него вроде не было молотова, но при этом они же все прекрасно понимают, что плент был поставлен в этом уголке. И, по-моему, там просто можно стрелять прострелом, ну... Ну да. Не, ну просто в ответку могут извне нашить, понимаешь? Там трассера-то видно, он же с вандала. А, он поэтому... с вандалом был. Да, они в любом случае. Тут кривовато спайк поставлен. Если бы он был бы поставлен посередине, где, как они обычно плентятся атаку, я думаю, ты помнишь. Когда вот Харбор, опять же. Да. Ну, ты у нас, вот на самом деле, вот то, что пикнули Феникс, это у нас такой же пик был. Нам показывали его другие команды, опять же, по типу КФУ 1 и так далее. Но вот если бы они примерно так же в середину его ставили, то да, это было бы можно. Это можно было, на самом деле, было забирать. Но тут ошибка, в частности, вот именно ставящего спайка. Еще как-то опрометчиво как-то металась Сейдж в этих ребрах. Ну, счет 10-7 в целом-то заслуженный счет. И стоит немножко подсобраться у нас Фениксу, чтобы дальше попробовать сравнять счет. Попытка выхода через картины, опять же, в сторону сайта. Там можно будет в любом случае сделать какие-то перетяжки. Харбор закрывает сейчас стенкой. И ждут, ребят. Еще есть целая минута времени. Ну, торопиться не стоит. Еще одна стенка у нас закастовывается. Защитная от Харбора. Перетягивается там Вайпер вместе с Сейдж и Рейной. У нас на сайт. Ну и готовится выйти у нас сейчас Рейна. Самое интересное, что... Вообще единственная флешка у Марины Спортс, это как бы Рейна. Такое себе, но... Слушай, пока что даже первый опен залетает в пользу залетела Марины Спортс, ситуация 5 в 4, уже 4 в 4. Есть вариант, кстати, ревайвнуть, есть ульта от Харбора. Ну, если только забайтить в этом плане, там вайперов шьет. Слушай, надо бы уже как бы молотого бросать на самом-то деле, а то... Слишком затягивает с этим, согласись. Молотовы, да, уже полетели, оба молотова были потрачены. И теперь им надо выходить под молотов. Отличный даблкиллаки совершает. Ну эти тайминговые молотовы, то на самом деле вайпер коллектива Феникс. Ну слушай, так таймингово их набрасывать прям в ту же секунду, когда они выходят постоянно, ну это прям, это надо уметь такие тайминги чувствовать. Да, он вот чувствует тут по времени, что понимает, что еще есть время, еще возможность раздефьюзить, дожидаются окончания, пока яд за атакующую сторону вайпер закончится, и в тот же момент, то есть они понимают, что два игрока, потому что все уже позиции проверены в пленте, остается только одна позиция, где могут сидеть оба игрока команды. И так оно и происходит. Отличный яд, и игрокам ничего не приходит, как именно выйти в этот яд. Ну, какой хороший опен от джетки коллектива защиты. И слушай, ну... Могу сказать, что Марина Испортс как-то неуверенно себя чувствует и заходит. Они уже более так, знаешь, не доминирующие. Не в их стиле. Как-то медленно развивают игру, стараются. И люркер у них теперь не так далеко, на самом-то деле. Сидит, хотя вот сейчас через ДД проходит. Если сейчас не прочекают, не зайдут у нас, получается, один люркер из коллектива защиты. Я хочу фейда, я так понимаю, через спину окно, то в целом сейчас есть хороший вариант поджима у Сайфера коллектива атаки. Есть, кстати, подсвечивается, но не попадает. Есть просвет. Ну, слушай, стяжка прям это очень ограничивает, и они могли бы уже залетать. Тут, скорее всего, ротацию будут применять, в частности. А Сайфера у нас уже из коллектива атаки выбивают.
Да, при этом еще и поставили яд на Б-сайте Вайпер, поэтому приходится на последних 30 секундах 30 перетягиваться секунд. Абсолютно всей команде. Харбор уже успевает выйти на А-сайт, и то же самое делает остальная команда. И они понимают, что 20 секунд времени остается, Вайпер ходит и остается в своем яде, но все уже бегут, все игроки команды. Ну что, попытка выхода. Харбор, Тайга делает еще один оверкилл. Не получается перестрелять, 10 секунд остается, надо плентить, время тайминга пошло, по Вайпер прострелы идут, но при этом, убивает. Ответный размен. Да, разменялись в размен, в итоге 2 в 3 ситуация, плент стоит, что самое главное для ребят, 2 в 2. Ну слушай, на самом деле очень интересные ситуации были с Рейной, которая шьет в ответку, интересно. То есть прям очень неплохо, 2 в 2 ситуация, у нас один с картины, есть флешка, full blind, у нас фейда, есть килл от Sky. Тут и в соло остается. Есть вариант шорти ультимейт. Не получается, увы. Хотя, не, можно было брать, если он мог свапнуть ган. Я не понимаю, почему он не свапнул, остался с АВП почему-то. Если бы с АВП играл дальше, пробовал бы картину как-то выбить. И уже после свапать ган можно было так сыграть. Ну, очень непонятно тут, как, почему так сдействовал. Может быть, замешкал, но... Согласись, как бы тут стоило, наверное, поменять ган на что-то более такое скорострельное. Слушай, ситуация такая двоякая, я бы сказал, да, я согласен, возможно, стоило взять у человека, игрока, который рядом лежал, вандал, для того, чтобы попытаться перестрелять, потому что на Рейне это приятно делать в любом случае, либо оставаться с оператором и сделать не в этот уголочек зайти и пытаться как-то перестрелять с этим дробовичком маленьким, я бы сказал за ящик уйти с оператором и попытаться сделать опен, ну то есть именно вот когда клатч 1 в 2, ну ты при этом еще и на Рейне, там 80 хп у игрока оставалось, поэтому надо, ну скажем так, ты либо с оператора убиваешь точно, либо как бы, ну ты в любом случае проигрываешь раунд. Ну, вот, поэтому, согласен с тобой. Я думаю, стоило отойти и сделать выстрел, попытаться по крайней мере. Ну да, кстати. Ну, тоже смена позиционки в такой, ну... Я не знаю, но он бы, возможно, если бы... Ну, тут... Да, тут такая мнительная ситуация, на самом деле, просто трудно. Тут, на самом деле, много вариаций, которые можно рассмотреть, но... Если смотреть конкретно про успешный, я считаю, что все-таки это был бы больше смена гана, потому что, учитывая индивидуальный скилл этого игрока и то, что у него остается ульта, а ему нужен этот раунд, чтобы продолжить избить экономику своих оппонентов, а сейчас это уже невозможно, сейчас 10-9, счет у Фениксов более такая стабильная экономика, как бы... У Марины Испорт в целом вандалы есть, у них один оружейный раунд остался, но согласись, как бы... этот раунд им уже проигрывать нельзя, у них нет права на ошибку, если они хотят выиграть. Да, в этой ситуации Рейни, связка не получается, кошку убивает, ульта Скай, попытка выхода сейчас будет в А-сайт, оглушают у нас Рейну, переждает эту ультимативную способность, ну и что, попытка, вторая флешка залетает от Рейны, попытка выхода там убивает Влад, еще один опен, один в один, разменялись, стенка стоит. Уже чуть-чуть осталось до ультимейта, должен делать килфраг. Почему он не перестреливает? Как так-то? Столько чекал этот момент и как-то, может быть, завтыкал на мини-карту, не знаю. Вайпер заходит в спину, который Вайпер заходит в спину. Очень интересно. Это некая рекурсия двойников, знаешь. Как это, какой-то бесконечный момент. Сейчас должна находить фраг для себя, но стенка мешает, кстати. Самое интересное, как-то играть более, знаешь... Она прям меж трех игроков входит, я не знаю. О, привет, знаешь. Лови, лови пулю. Да, слушай, ну прям... Ну, в целом она правильно зафокусила агента, что ей нужно было выбивать вайпер, чтобы молотов нет. Но как бы время тикает, я не знаю, успеет ли засейвить, maybe. Не успевает до вот этого оператора дойти, увы. Ну и счет 11-9, ну слушай. Ну такая плотная ситуация, хорошая атака от Marine Esports, и могу отметить, что мне понравилась очень сильная игра от, опять же, Сайфера, в этом раунде конкретно. И я думаю, сейчас вот в этом раунде он внесет еще больше импакт, когда может юзануть ульту, они будут... Не знаю, конкретно сейчас они вроде настроены больше на медленную игру, больше бесконтактный бой, вот этот именно холд, как я понял, но тем не менее... Пока что, как думаешь?
этот раунд кто выиграет. Просто если у нас также продолжится качели, то думаю, у нас вполне вероятно могут быть и допы. А я думаю, что прямо сейчас Cypher должен делать open и давать разведку по всей команде соперника. Ну, может быть, не конкретно он, но в том... Ага, камеру разбивает, знает, уже понимает, что находится. Надо забирать, ребята! Перестреливают! Двоих перестреливают! Харбор! Троих перестреливают! Трипл килл ставят! Хорошие три головы. Что творит? Он просто стоит на месте. Почему его трое не могут забрать? Я не понимаю. Они выходят по нему по очереди. У него просто все головы на прицел к нему идут. Трое полегли. И Спайк там же. Ну как? Это просто грубейшая ошибка от Marine Esports. Ну, блин. Я не знаю, как это назвать сейчас. Может быть, от просвета можно сыграть, пробовать. Рейна, как вариант, может попробовать оформить фраг. Но нет, не получается. Есть вариант кошку. Ну, слушай, будем честны, в такой ситуации мало чего можно сделать. И Харбор 4 килла, квадро килла оформляет в этом раунде и 11-10 счет. Устраним их так, что они даже на спусковой крючок... Ой, да, тяжело вот этот раунд. Они еле-еле один раунд взяли за последние 5 раундов Marine Esports, и пока все выглядит крайне печально для в их ситуации. Да, может быть и допы, кстати, вполне. Вот ну здесь. Да. Вот ну слушай, если вот ну так и продолжится, правда, да, вот будут допы, лезьте, а так... Ладно? Ну слушай, очень глупые ошибки допускают, честно сказать. То есть, ну не ожидаешь, что такого коллектива, как бы, за столько игр наперли, которые они уже сыграли, как бы. И таких ошибок, кстати, дается достаточно агрессивная стена, будут занимать мид, есть флешка. Есть вариант, кстати, у Ешира как-то попробовать забрать. Кстати, хорошо шьет своего Сайфера, своего оппонента. 14 хп ему оставляет, но почему-то дальше не продолжил шить, хотя я думал, он бы так бы его забрал. Так и восстанавливает полное здоровье. Ну, брони уже не будет в этом раунде, но, по крайней мере, можно сказать, вернулись на предыдущие свои позиции. А Cypher у нас живой. Самое главное, что агент живой. Ага, выходит ну, да. Через арты, причем все шахте аккуратненько. Партизанские стратегии, знаешь. Как, я думаю, флешка сейчас должна взлетать. Ага, пропускает видит, одного. Кстати, одну. Ага, уходит, услышал пару выстрелов. Там Cypher тем временем выходит. Его перестреливают, убивают. Ну, воду, конечно, сейчас могут они зажать очень неплохо и оформить фраг. Но пока что по очереди всех принимает. И просто всю команду покрыл одним спреем. Ну, еще подрабатывает, так сказать, у нас джет. Неплохо. 11-11 еще. Но это был экономический раунд Marine Esports. Да. Но тем не менее, чтобы забрать, им нужно взять еще один раунд. Точнее, в плане экономику они уже никак не повредят своих оппонентов. У них в любом случае, у них уже два оружейных бая есть, в любом случае. Остается только надеяться на благоразумие и уже не... чтобы таких ошибок не было. Потому что... Но пока что Феникс прям показывает очень хорошую, достойную игру. Они прям очень плотно шугают своих оппонентов. Прям кошмарят, кошмарят. Четыре игрока зажалось под ящичком, чтобы от птицы спрятаться. Партизанские стратегии. И вот быстро, и смотри, как быстро ребята выходят, раскидывают способности. Вайпер не успевает откинуть яд, ее начинают пытаться прошить. Выходит плент, ставится стенка сейжи, сейж сама плентит. Молотов не задевает! Да, и молотов криво поставлен, и ульта Вайпер здесь стоит, ну минус Cypher, пока ультимативная способность. Пошла ульта Фейт, оглушение по всем игрокам команды. Прострелы в этот яд. Цепляют у нас Вайпер, Вайпер у нас красная, то есть разведка внутри Вайпер. Видит у нас Сейджу, пытаются ее забрать. Криво косо, но убивают. Так, убивает Вайпер. Двух игроков, трех игроков команды в гору убивают, но Вайпер сама погибает. Остается у нас Глакс, 1-2 ситуация. И Дефьюз, 1-1. Патроны, что? Зачем? Он зачем-то какие на ноль взял. Какие тайминги? Зачем? Что за тайминги? Как? Я не понял. Ты видел? Слушай. Я тоже не понял, подожди. Он хотел, видимо, нырнуть в этот карман. Я просто в офиге. Тут такой еще тайминг с этими смоками произошел, понимаешь? Ой. Когда он достает нож, они все развеются, их как будто и не было, реально. Да, да. Слушай, я, конечно, если не ошибаюсь, но Sky не была оглушена кем-либо. По крайней мере, да, отличный прошив смоук, убийство героя, который дефьюзит, но при этом берет нож для того, чтобы, да, в уголочек этот запрыгнуть. Зачем, друг?
дружище, ты как бы в ситуации один в один клатчит, там, ну и максимум пистолет взять, ну какой нож? Ой, ладно, ну получилась ситуация очень красивая на самом деле. Ну да, ну он до последнего шил, как бы там такое, ну, моментик, да, конечно, не без ошибок, но в целом нормально, хотя больше было интересно наблюдать, как нас Феникс ретейкали сайт, там вообще реально кошмарили эту фейду с Эджой, ну, как раз таки, которого коллектива Марины Испортс, ну, это реально прям, их там вообще очень жестко размен происходил во время ульты, как раз таки. Этого коллектива. Есть, кстати, сразу же ульта у Фейды. Видимо, за прошлый раунд еще успела набить себе. Она, по-моему, трипл килл сделала, насколько помню, да? Ну, тем временем... Слушай, кстати, таким хорошим фейком, ты видишь, это хороший фейк, они все оттянулись. Спайк ставится, сейчас еще будет ретейкаться картина, там все уже... Фейда распикивает. Есть там уже перестрелка, ну слушай. Но пока что все идет в пользу... Марина Испортс, видимо, нас ждут допы. Да, похоже на то. 4 в 3 ситуация, ульта от Рейны. И сейчас может еще перестрелять Вайпер. Не получается, к сожалению, это. 3 в 3 ситуация. Скай может также подхилить своего друга. Тиммейта по команде. Откидывается Вайпер и яд. И моментально дефуз. Ультимативная от Вайпер. Будет выход. Отлично, убивает первая голова, вторая голова, но, к сожалению, не получается перестрелять третьего игрока, и это допы, дорогие друзья. Ты видел киллчат? Там чисто Вайпер друг друга разменивали, это вообще спрей-трансферы, вообще все абсолютно использовали, все свои навыки, там чисто в киллчате 6 киллов от Вайпер разных команд. Я вот смотрю, нифига, что там за месиво происходило? Просто расстрел, причем Вайпер типа до последнего не целилась в своего двойника. Это вообще, это фантастика какая-то. У нас сегодня вообще матчи очень хорошие в моментах. Вот такие размены, прям видно, что борется команда до последнего, что аж они не боятся размениваться, они прям... Тут либо, смотри, тут либо Marine Esports просчитали по размену, потому что у них первый опен был, они специально так агрессивно полезли. Либо это какое-то везение, я не знаю, честно. Так, друзья, ну у нас, да, вновь смена команд. В этот раз у нас Marine Esports сыграют за сторону защиты. И посмотрим, как они сыграют. Тут у нас по одному вот раунду здесь получается. Вот здесь. Ну да. И ты посмотри, сколько сидит у нас. Трое игроков из Marine Esports. У нас же, да, овертайм, смена сторон. Сайфер вместе с тремя игроками готовы уже репикать, готовы принимать. Есть один. Есть инфа, что у них там один картину. Я не знаю, будут ли они толпой как-то пытаться выбивать. Это, но они целятся на сплитпуш Апплента. Уже Харбор готов давать смоки. Есть собака от Sky. Видимо, на прочек картины узнать, но тут мешает, я думаю, этот. Растяжка. Тем не менее, растяжка минируется. Минируется. И в целом, слушай, вроде получается зайти, но спайк-то у нас через даблдурс проходит, и пока что размен. Перестрел, 2 в 3 ситуация, ставка плента на Б-сайте вообще в итоге. И все, оба игрока перетягиваются, защитники могут сейчас... Есть лайнапы. Лайнапы есть у фениксов, поэтому это осложняет задачу Marine Esports, и сейчас тем более пик будет. Как в этом случае не перестреливает, конечно, фейда коллектива Феникс, опять же, Рейну. Не, ну, у нас игрок это вообще фантастика. Но лайнапы могут все на самом деле подпортить, потому что сейчас на время в первую очередь играю, и два молика, мне кажется, как по мне, рановато. Да, очень-очень рано, даже не было звука диффьюза, вот сейчас можно было бы закинуть. До половины, видимо, ценой своей жизни хочет... До половины задефал? Да, задефал до половины, насколько знаю. И все равно шьют с двух сторон. Ну, слушай, 13-12, как бы, в пользу Феникс сейчас смена сторон, и... Ну, тут теперь Marine Esports после смены сторон, как бы, нельзя проигрывать атаку. Хотя, конечно, у них и защита — это самая сильная сторона, как по мне. Ну, плюс-минус. Но опять же, у них пик-то под защиту в основном-то. Он, конечно, мобильный и все дела, но, согласись, он лучше себя проявляет в защите, потому да, что Сайфер, как бы, ну, такое себе. Ну, должны, но, видишь, в прошлое как-то подрасслабились или что-то пошло не так в команде, а по итогу очень много раундов отдали, из-за чего, конечно, допы у нас пошли. Сейчас посмотрим. Как по мне, фениксы очень хорошо собрались.
морально готовы. Сейчас вот раскидочка пошла. Надо подождать. Уничтожили камеру. Разведка. Там, кстати, делится команда, потому что со спайком-то Сейдж у нас выходит и Рейна. Выходят они на сайт. Ой, умирают. У нас Рейна остается одна единственная Сейдж. Будет ли она останавливать спайк, потому что это рискованно. Надо дождаться остальных игроков команды. Ставится у нас Вайпер. Вайпер смачок. Закинула. Ну, спайк поставлен, ситуация 3 в 4, Марина Эспортс как бы в меньшинстве. Но, вот, слушай, они все толпой идут через КТ, будут заходить через магазин, и как-то попробовать. Слушай, очень хороший, может быть, поджим от Фейды, но там стена, вот это минус может быть. Непонятно, есть молотовы, и дополнительно, скорее всего, спайк будет за диффужен. И, скорее всего, нет, он просто до последнего диффузит, и все, это победа Феникса. Ну, слушай, недолго допы длились, конечно. Ты посмотри, там просто краснючая Фейт, она диффузила прям до самого конца. И, что самое главное, была ошибка от Marine Sports, от Ри, ой, подожди, да, от Ри, то, что он откинул яд очень поздно. То есть он лайнапы, да, он уже подготовился, ждал, но кинул поздно, из-за чего Фейт там, ну, одну треть уже раздефьюзил, и только тогда яд прилетел. Благодаря чему облако появилось поздно, и, собственно, раздефьюзено было. То есть даже если бы они все перестреляли, Фейт бы просто раздефьюзил, то есть даже в такой ситуации, даже если бы там в спину зашли. Вот. Ну что, у нас закончилась первая карта. Друзья, я всех нас поздравляю, потому что наконец-то мы больше сегодня не увидим Pearl. У нас наконец-то будут новые карты сегодня, что-то новенькое увидим. Ну да. Ну, поэтому уйдем на небольшой перерыв. Посмотрим, как у нас команда сыграет уже на второй карте. Но пока что первая карта за Феникс.
И снова всем привет, дорогие друзья, у микрофона Сларт и Шемпи, и мы продолжаем комментировать тот самый легендарный турнир Огня Олимпа, и мы все наблюдали за классной тикток-движениями Кайо, как и его участники. Ну а теперь, друзья... Вторая карта, Лотус, наконец-таки что-то новенькое у нас сегодня увидим и встретим, видим также в том числе новых героев, и погнали. Экзотика пошла у нас в трансляции. Да, и сразу же первым отлетает у нас Неон, и Омен делает даблкил, еще и Брича забирая с собой, знаешь, на тот свет. Пока что Феникс очень неплохо стартует в первом раунде пистолетном, получается, первой половины матча. Но в целом есть варианты у Рейс как попробовать агрессивно сыграть, может быть, на выбивание за плентон, бэксайд как-то попробовать разыграть. Ну и слушай, 3 в 5, слушай, мне кажется, очень плачевное начало для коллектива Марины Искорт. Да, как-то они, возможно, на дезморале, а вот как раз-таки там противоположная команда Фениксов, они на эмоциях, знаешь, на победе, что мы, да, сейчас выиграем, победим. Ну да, мораль, правда, очень хорошо влияет на игру. И тем не менее, без единой потери заканчивается первый раунд в пользу Феникса. Ну слушай, я Марину Испорт уже не узнаю. Все, расклеились, ну, парни. Ну да. Ну это гранд-финал КМА лиги. Получается, Огня Олимпа. И слушай, вот тут должны оказать достойное сопротивление. Хотя, конечно, пока что его не особо видно. Это очень обидно, проиграли первую карту. Слушай, кстати, сейчас они будут фаспушить Си, а как хорошо могут по карте, на самом деле, разминуться. Но я думаю, ты видишь, что после этого. В целом-то Лотус карта большая сама по себе. Слушай, экзотическая. Единственное, ошибся с как раз-таки с командами. Это мой косяк, я прошу прощения. Макс, и перед тобой тоже у нас. А, ну Марина Испорс. Да, первый раунд. Ну ладно, значит, ладно, теперь я узнаю Марина Испорс. Это все меняет. Это все меняет. Все, молодцы! Сюда! Я всегда знал, что они могут так играть. Просто шикарно. Ничего страшного. Ну, мы продолжаем, я смотрю, выходит там в спину защиту. От первого выстрела уворачивается, но от второго не получается. Это Маршал Мейн у нас. Это Ри, это просто Маршал Гуру, трипл Q оформляет. Это что-то с чем-то, и 2-0 в пользу Марины Испорс. Да, слушай, серьезно, на самом деле, ребята так готовы. Нехило. Такая прям, знаешь, как... Слушай, мне кажется, или... Я сейчас, к сожалению, точно не помню, но Лотус, случайно, не карта самих Марины Испорс. Может быть, они сами пикнули его? Поэтому они так уверенно прям начинают. Да ну, не сказал бы, но вполне вероятно. Они же все карты на самом-то деле тренируют, но... Вполне вероятно. Вполне вероятно. Просто где Марина Испорс были, постоянно Перл играли. Угу. Почему-то. Судьба такая, видимо. Чё-то ну и слушай, как вариант Б можно, там один опорник. Ну и на самом деле Марина Испорс медленно туда проходит. Как чувствуют игру. Они слушают, они в соседнем чате сидят в Дискорде и нас слушают. Ну ты да, им да, подсказываешь, да. Понимаешь, даешь намеки. Ну да. Телепатически, знаешь. Угу. Разведка, разы. Какая-то паранойя по этим ящикам. Доверяй, но проверяй, как говорится, все-таки решают подозайти, и пока что первый опен уходит в копилку Феникс. Стараюсь как-то стреляться, есть неплохой демедж. Пробивной, для профилактики, знаешь. Не должны забирать по факту, ой, как хорошо-то, на самом-то деле, раскидывают у нас Феникс своих оппонентов, без единой потери причем. Да там вообще, не, ранили, конечно, но никого не убили, действительно. Ну да. Получилось то, что, да, ну это был, видишь, такой бонусный раунд у команды Marine Esports. Они его проиграли, сейчас будет полностью бай-раунд у обоих коллективов, и одних, и вторых. Да.
Ты прав, поэтому сейчас ждем уже более такой упорной игры. Не такие быстрые раунды, навряд ли они будут. Тем не менее, готовиться на более агрессию. Вообще, в целом, на Лотусе очень хорошо себя чувствует именно сторона защиты, потому что она может вот такие выпады делать и их реализовывать совершенно спокойно. Есть пробитие, заглядывать, есть как-то старается встретиться. Не... В итоге, кстати, размен и ситуация 3 в 3. При этом, обратите внимание, ребята не торопятся, на самом деле, выходить. Они медленно перетягиваются на противоположную часть, и Омен это понимает, что сразу раз не вышли, значит точно не А. Возможно, какие-то другие позиции. Лотус, если за атаку судить, то она очень уязвима к быстрым ротациям. Ну, если против стороны защиты. Но... одновременно и сила, и слабость, потому что в атаке тут лучше играть, конечно, медленно. Хотя вот сейчас он неплохо все-таки читает момент, как ты и сказал. Есть full blind он, и причем, слушай, и даже под full blind он чекал прям идеально ровно. Как будто знал, откуда головы будут есть. Кстати, что за тайминговая уязвимость, ты это видел? Вообще жесть. На секунду уязвимости сразу же перестрелка. Есть флешка, full blind, типа, тим флеш у нас идет пока что. Есть вариант хаешку как-то попробовать на ретейк изгиба использовать. И дальше искать себя фраги, но пока что не находит. Слушай, 1 в 3, клатч момент достаточно, ну, такой 50-50 из двух сторон, как бы, и Брич уже забирает свой третий фраг. Три трупа один... в одной точке. Ну да, причем, кстати, так они разлеглись. Мы тоже, наверное, после стрима также будем... Так же валяться. Да. Ну, то есть, именно заниматься спортом, пробежаться вообще, у нас столько энергии после трансляции, на самом деле. Конечно, на турнички пойти. Да. Как раз подбросим самое то. Ага. Будем как бридж бицущий сетником. Сделаем. Вот. Ну, или микрофоны будем тягать, знаешь. Да. Вот. Одно же Шварценеггера. Есть. В целом. Как-то бомбатрон, не думаю, если в другой траектории пойдет, ломается, сразу идет ульта Брича. Фаст пуш, убирается турель. Это просто зачем-то уязвимость идет. Причем очень неприятная. В спину еще заходит, поджим делает, но тут очень неплохо сейчас может выйти под размен Рейза также. А нет, увы, всех абсолютно со спины убивает. И может найти для себя еще один фраг, но нет, размен уже от Брича. Слушай, Брич у нас за коллектив Marine Esports вообще прям звездный игрок какой-то. Остается пачка в целом. О, как хорошо-то спреем заходит у этих игроков. Остается 1-2. 1-3. А, почти. Один! Это у нас Рэмбо получается на Омане коллектива защиты. И что это было вообще? Это даже не знаю. Да, слушай, Содина перестреливает одного второго. Хотя, казалось бы, у атаки по одному киллу каждый из игроков сделал прострелом через смоук Оумена, но, к сожалению, не пристреляли Один. Ни один, ни второй игрок. Не, ну Один это, конечно, имба. Первый это мощное голову. Оружие. Самое интересное, что мы впервые за сегодня, за все матчи, мы видим ее, ну, просто хорошую реализацию. Типа раунд в копилку чисто из-за Одина. Да, это действительно правда. У Омана есть, опять же, ультимативная способность, все скиллы. А вот так вот закидывает смоук и ждет своих оппонентов. Итак, пошел. Ракет Рейзы. Ага, есть. Мимо. Просто в молоко. Full blind, ну как бы да, промазывает очень ультой, на самом деле пусто. Опа, на ульта от неоночки. На все пошла, это просто мясо ломает, она турели, ищет второй фраг. Третий фраг должен находить, есть третий фраг. И просто без единой потери опять у нас залетает раунд в копилку в Феникс. Да, при этом разбили у Killjoy ее ультимативную способность. И будет теперь тяжеловато брать Marine Esports остальные раунды. Ну, будут пытаться вывозить на стрельбе, как делали до этого. В целом-то очень интересно, конечно. Знаешь, вроде Marine Esports что-то как-то медленно играет, там продумывает все свои шаги. Тут чисто Феникс со своими Одинами до ульт. Просто ультимейтами и все. Как бы без единой потери забирают уже какой раунд, на самом деле. Ну,
из трех вот этих выигранных, по-моему, все. Ой, слушай, подрывается на хаешке у нас Рейзем, игрок коллектива защиты на неон. Есть фоллблайн, кстати, потеи, есть флешка, моменталочка, может будет разыгрывать. Ой, как хорошо-то спрейт-то не пошел. Да, ну сейчас будет, видимо, попытка, возможно, еще разочек выйти. Там ребята с пистолетами, с шерифами все. Есть вариант попробовать как-то сыграть от флешки Кею на самом-то деле. Но вот такая есть, все-таки на этот раз реализовывать свой выпад с флешкой. Ножик, как вариант, тоже можно закинуть, всех там полностью оглушить, ну, если бы точнее, дезинтегрировать, как говорит Кейо. Там Йехиро на Омне увидел, что кинжалик по четверым залетел, может в спину сейчас зайти. Прыгал неудачно, но все равно даблкил оформляет. Хорошо. И может остальных еще игроков команды. Хорошая флешка залетает, другого Омне оглушает. Убивает еще одного игрока. Что он творит? Шорти! Да! Квадрокил! Вау! Что он творит? Это было красиво. Боже, зрители, сделайте клип, я вас прошу. Это один мейн. Боже. Ты понимаешь, ты типа... Ты это, видел? Знаешь, это был... Да, я видел это. Это было что-то чем-то. Он просто выходит, даблкил делает, еще репик, там разменен еще... О, господи, типа... Надо было озвучку, типа, ра-та-та-та-та-та. Шикарная, шикарная игра, конечно, исполнение Hero. Он еще и второй Один там, я смотрю, закупил. Он хочет из двух рук, видимо, стрелять, с двух Одинов. Ехира. Просто мейн Один, это что-то с чем-то, реально. Один на Лотусе, это просто, это что-то с чем-то. Так, Кая забирает сферу, появляется ультимативная способность, возможно, сейчас выход... Вообще, на самом деле, лучше бы они на С вышли, потому что выход на Б-сайт очень тяжел, что с двух сторон их сжимать будут. Закидывает кинжалик. Кого не увидел. И пошла ультимативная способность. Ну давайте смотреть за Йехиро. Возможно будет килл. Не будет. Ладно, сегодня. На размене это моментально двух игроков защиты. Снимают. Одного из атакующих. Ну что, будут ли как-то 3 в 5 играть, или все-таки какие-то сейвы пойдут? Ну, пока вроде планируют. Слышат, как подходит стрим. Получай! Нет зарядов! Итак, слушай, достаточно агрессивно начинается раунд со стороны... У нас Феникс, и слушай, уже идет размен, ну, 2 в 3 ситуация. Репик у нас будет бридж, слушай, череда убийств, и только с одной потери забирает у нас раунд Marine Esports. И сравнивают счет опять. Наши любимые качели, видимо, продолжаться будут до скончания времен. Да, похоже на то. Ну, да, оба коллектива очень сильны. Мы видим это, что и на первой карте были у нас фулл матч с допами. И сейчас в том числе продолжается вот это равномерное, буквально тютелька в тютельку ребята идут, не отдают, не отпускают никого, стараются играть до последнего. Итак, будет на службе, уже летят обилки, в целом, кстати, очень удобно, киллджой отключили все. Обилки, и сейчас спокойно ставится спайк и будут играться на удержание. Здесь фраг с Одина, опять двоих одним спреем покарал. Трипл килл Оман, что творит этот Оман, это просто фантастика какая-то. Еще шьет и дает, кстати, вроде мизерный дэмэдж достаточно, но быстро раунд ретейкается, ну за счет Одина Омана, конечно. Я думаю, это победит. Да, Йехиро делает вот эти несколько матчей, просто в соло выигрывает раунд. Можем посмотреть сейчас по статистике. 11-4 у игрока. Да, с этим Одином, конечно, прикольно получилось. Но как бы потом, вот Йехиро сейчас играет, возможно, Marine Esports такие, ха, а почему бы и нет? И сами начнут играть с Одинами, когда сами встанут за сторону защиты. На самом деле, мне кажется, что-то такое будет. Ну, может, пару раундов, но мне кажется, будет. Посмотрим. Да, посмотрим.
Ну и пока что, слушай, Омон в соло держится на самом-то деле, я думаю, ты это заметил. Вообще даже не напрягается, просто с Одина геймплей это как на Сайфере. Конечно, тут бомбатрон пускается на инфу, сразу на нож. И как-то прочитывается. Есть вариант хаешку или флешку накинуть, попробовать с неонкой как-то разыграть вот этот фаст-пуш. В целом-то, есть ли ульта у неонки, другой вопрос. Вот нет, у неонки нет ульты, есть ульта у Омона и Брича, у коллектива Феникс. Ну слушай, плотно достаточно сидят в защите, это вроде будет Б, и слушай, Омон, видимо, готов уже как-нибудь... пробовать Б залетать через эту стенку, там может быть флешку накинет и попробует вместе с этим карманом, боксом разыграть тоже неплохо. Есть у нас хаешки, дэмэдж тоже неприятный достаточно. Убили этого Омана. Ну да. И пока не получилось у него на этот раз. Кстати, двое в спине причем. Здесь сразу же двоих принимают у нас тилджой коллектива атаки. Без... Пока что Марина Испас прям идеальный раунд делают. Слушай, хороший, да, двойное убийство киллджойки. При том, что игроки на шифте в спину заходили, но это дело как-то прочитано было. Сейчас оба игрока защита через коридор выходит и получает сразу же в голову. Гранатка залетает и не успевает уйти от гранаты, ловит и тоже голову. Идеальная победа! Да, счет 5-5, и теперь у Marina Esports есть 4 ультимативные способности. Да, пока что, как думаешь, будет ли идти такая плотная борьба в плане, ну вот сейчас за окончание первой половины, в чью пользу? Как думаешь, я думаю, что ну там после пистолетки, конечно, кто-то 2-3 раунда возьмет. Но я думаю, что у нас сегодня будет 3 карты. Я предполагаю вот что. Ну я бы так сразу не сказал. Феникс в целом очень хорошая защита. А что интересно, что будет за атаку. Пока что у нас зря в ноздрю, на самом деле, идут команды. И сказать очень трудно. Может быть и 2 будет. Есть ульта, кстати, от Брича. И вовремя, кстати, отходит. Есть флешка, ну слушай, ее как-то просто так, по сути, ульту выкинули. Так еще и пока что опен за Фениксом. Хотя вот есть ульта Рейзы, и то неонка успевает просто улететь под флешем, еще убить эту Рейзу. Это конечно, тот еще мувмент. Остается всего 2 игрока атакующей стороны, при том, что Омон ультимативную использовал, зашел в спину, убил одного игрока, Уаки тоже лоу хп может убить, и Тайга тоже с лоу хп после ракетницы, ой-ой-ой. Как разминулись. Да, неудачненько, я думал, ну хорошо. Плентит тем временем у нас Глакс. Тоже есть ультимативная, вот только что зарядилась ульта, он может попробовать что-то с этим сделать. Ну, более так, на самом-то деле, агрессивно мог попробовать сыграть. Опа-на, ульта от Killjoy коллектива Феникс на ретейк. Это, кстати, вообще по факту может сейчас Кею тоже в 3 встречную ульту вкинуть. В целом-то. А-а-а, беги! Успел! Не перестрелял! Тайгу убивает килл. Нет, второй. Оглушение хорошо убивает двоих, и остается 1-1 в клатч. Но там очень красный у нас Аки. Он начинает дефьюзить. Надо ли выбегать? Это не фейк. И добивает. Ну там, да, там любое тело, любой выстрел в любую точку тела. Ну да, и достаточно простой раунд. Ну как, не, нифига не простой раунд для Marina Esports, но он крайне хороший. А ведь при этом даже не вытянули ульту Кея. Да, да. То есть, решили сохранить. Возможно, не хотел сам Кая использовать. Есть ульта Killjoy, которую можно неплохо реализовывать. Честно сейчас. Слушай, честно говоря, после того, как Кая пропустил одного из игроков в левую часть карты, я думал, что там как бы все, Кая уже ничего не делает. Но нет. Да нет, он 2 фрага еще оформил. Да, да, что очень здорово получилось. Чисто на очередь, знаете, вот тут как вахтер. На очередь давайте. По очереди. Здесь Вик, кстати, очень неплохо добивает Кио. Ульта, кстати, юзается, но его резнут, поднимут быстро, поэтому по факту это не, ну, такой мертвый пик, как я называю. Спайк установлен. Есть вариант ультимейт, кстати, кинуть от Брича. И выбить, попробовать бэксайд. Да, он сейчас будет
сильные вообще. Да, да, врываются игроки команды, особенно Тайга. Но надо успеть догнать их, иначе оглушение пройдет мимо. Убивает одного, в спину убивает другого. Перестрелка, умирает Реза. Зачем ты берешь пистолет? Размен! И просто троих покарал на скине, двоих точнее. Ну это что-то чем-то было. Подождите, у нас нет, была ульта от Killjoy атаки или Killjoy защиты? А, сейчас мы посмотрим с тобой. Там не две ультимативные случайно залетели, там, по-моему, две и тот, и другой. Хотя, может быть, я, конечно... Возможно. А, ну, в любом случае, там оставался еще Omen за атакующую сторону. Ну да, смена сторон у нас сейчас будет. Уже произошла. Первый раунд. Второй половины матча, и что ж, пока что Marine Esports ведут на два раунда. Да, вырвали вот эти два раунда, особенно последний, конечно. Ну, хорошо получилось. Так, ну что, 10 секунд до начала матча. Пока ребята просто распрыгиваются, развлекаются, отдыхают. Ну да. Тем временем Marine Esports... Обговаривают. Я смотрю, Killjoy уже заплентила полностью, задетонировала, заминировала все поле С-сайта. Ну да. Стой, подожди, а что-то я не понял, а что у нас здесь секунда? Зависла. Технически, видимо, кто-то вылетел. Вообще, иногда такое, мне очень интересно, применяет ли это специально, потому что человек может выйти, они обсуждать будут, пока тот перезаходит. Это, по сути, не плановая пауза. Ну да, это правда. Это в любом случае дает, конечно, и для той команды, на самом-то деле, время для обсуждения. Но те, у кого это было запланировано, понятное дело, профита будет больше от их, наверное. Есть ножки, ее сразу тоже хаешка, это фаст пушбик, слушай, как у нас неонка Тайга быстренько залетает, и это быстро ротейт, это быстро ротация по С, где, кстати, никого нету. Что-то интересно. Сейчас будет просто минировать все. Killjoy, коллектива защиты, опять же. Ну, задерживает немножко атаку, слушай, ретейкать, наверное, С извне будет трудновато, ибо тут два выхода всего лишь. Отходят игроки команды. Главное, чтобы все они туда не ушли, иначе их могут закрыть всем этим делом. Получают сразу в голову раненые два игрока команды Marine Esports. Кинжалик залетает, кинжалик ломает. Моментально заходит на плент, начинает уже дефьюзить. Надо что-то в этой ситуации делать. Перестали дефьюзить, потому что очень мало хп остается. Перед стрелкой через смоук. Просто на руках уже дерутся ребята. Непонятно, что происходит. Ага, прострелом 1-2 ситуация. Флешка? Блайнд оба забирает диффузичего, кстати, и один в один дуэлистер. Не хватит времени. Один в один дуэлистер. И вправду, кстати. Да. И... 7 хп! Граната. Все равно убивает, но раунд входит в копилку Феникс. Команды Феникс. И слушай, это maybe победа... Точнее, вторая половина матча уже... Ну, дает о себе знать в плане, что у нас Феникс забирают первый ее раунд пистолетный и хорошо могут апнуть экономику и вырваться вперед. Да, ну, по крайней мере, сейчас я смотрю, Marine Esports все-таки купили на фул деньги, бай себе, но, не знаю, это вообще рискованно. Посмотрим, конечно, как это себя окупит. Marine Esports на все деньги разве? Ну да, смотри, там буквально только ну, правда, тысяча остается. И все. То есть они. Ну, с такими, стоит. Конечно. Ну, Ри, как всегда, берет наш любимый маршал. Mm-hmm. Даже без него на самом-то деле. Но все равно как-то. Как-то. Трудновато будет играть с таким закупом. Тем не менее, целится у нас уже команда Феникс на Rush. Цеплента, вот сейчас ротация быстро будет через Б, кстати. Очень интересно, как играет Бридж, возможно, под Бигмун будет как-то стараться оттягивать момент. В целом-то, или будет до конца С давить. И С до конца доводят, и слушай, что творит Рейза? Ну, господи. Может быть, еще один фраг, но нет, увы, не получается. 2-3 ситуация. Ехира. Ну, 2-3, как думаешь, у нас смогут ли выбить
Не, Феникс. Я думаю, что Marine Esports выиграет этот раунд. Ну, хотя Киллджой неплохо распекали на лоу, но надо быстренько проводить ротацию под бейс. Ой, как хорошо-то в спину может заглянуть Кейо на коллектива защиты и размен пока что. Хотя, кстати, почти, да, почти убил, там на лоу оставил и счет 6-0. О, господи. А, если бы 6-0. 6-8. 6-8, да? Слушай, ну да, там, конечно, что Killjoy надамажили, что Kayo в итоге красный остался, но не убили. И что я могу сказать? В итоге этот фулбай на... Я даже не знаю, как это назвать. Это как бы фулбай, но это какой-то скромненький фулбай. Там с дробовичками, с ППшечками какими-то. Такой прям бедненький, я бы его назвал. Но они выиграли. Как бы, это факт. Ну да, это факт, прям безусловно. И слушай, ну все равно, вот они рискнули и реализовали. Кстати, прям как забрасывается Кей, сразу же опаном вот туда летит Неонка и его забирает. Есть хаешка у нас на девятку. Ну и в целом-то пачка ставится. Ну и ситуация 4-5 пока что. Численное преимущество за у нас с Фениксом. Ну слушай, пока что пикается, череда фрагов идет в пользу Marine Esports. И ульта, ультимейт от Брича, и в целом будет как стараться забирать, он просто ходит, по нему попасть не могут, и все равно даблкил делает, и слушай, один в один, Оман против Омана. Фейк ТП, что очень интересно, кстати. Стреляет, до конца не дает, надо было до конца дефузить, но и так он забирает, поэтому Marine Esports как итог победили. Ну слушай, конечно, этот мог раунд вполне заходить в пользу Феникс, но пока что не особо что-то получается. Счет 9-6. Да, берут за защиту ребята. Хорошо у них получается, на самом деле. И что у нас тут получается? Что-то денег как-то маловато. У Рейзы вообще 1600 осталось. Что-то я не понимаю, почему настолько печальненько. Хотя два раунда при этом выиграли. Но вот ну да. Вандалы, да. Разрыв в 3 раунда в целом-то. Пока что. Ну, кстати, Неонка сразу пушит и соло размен. Есть full blind. Обменивается пока что обилками. Есть прибивной на удержание. Но там один бридж проскочил. А, нет, Кейо. Слушай, как его забрасывают обилками, выскакивает, вражеский Кейо, забирает его. Ну и ситуация 2-1 в 4 уже клатч момент. Слушай, это и это first buy от Феникса. Интересно. Неужели да. Нас ждет третья карта? Да, так я говорил, что скорее всего у нас сегодня 3 карты будет. То есть буквально сколько раундов? 6 назад я сказал, еще когда первая половина шла. Потому что мне нравится очень, как играют Marine Esports. Они, я так понимаю, что да, они на своей карте играют, на своем пике, на лотусе. Они очень хорошо подготовили эту карту, тренировали ее основательно. Но интересно будет, конечно, что за третья карта будет. Сюрприз для всех. Согласен. Ну и пока что, слушай, ну, если Феникс так и продолжит, то мы в скором времени побежим реально смотреть третью карту. Ну, в целом, Феникс такая команда, которая вполне способна сделать камбэк, поэтому еще вот это флешек тут дофигище тренируется. И в целом-то вот ульта Неонки, она же скоро закончится, и надо бы хотя бы делать один фраг, находить хотя бы. Но, увы, заканчивается ульта, и слушай... пока что все фраги идут в пользу коллектива Marine Esports, опять без единой потери. Вообще без потерь, идеальная победа. Еще два хедшота в конце игры. Слушай, не он, казалось бы, забежал так хорошо. Там столько флешек, ловушек появилось. Да, и реализацию ульты практически, ну, можно сказать, ноль. То есть игрок не смог реализовать ультимативную способность, потому что очень много ловушек задержали ее. Ну, смоки, флешки в том числе. Вот. Ну, а теперь... Какой-то... Теперь... обращаю твое внимание, что и у Эрейзы ракеточка есть, да, и у Мяста практически одного поинта не хватает, и в том числе и Кая есть ульта. Ну, тоже верно. Их можно реализовывать. Ну, слушай, пока что прям доминирует. Мы смотрели, прям вот почувствовали свою игру, нашли ее на лотусе.
Ну и будем надеяться, что на третьей карте примерно такое же и будет. Хотя... Посмотрим. Опять же, сколько знаю, опять же, ты вроде говорил, что Марин и Спортс пикали Слоботус, это их пик. Да, да, да. Ну тогда понятно, почему тут прям такая жесткая защита. Ракета. Все просто разбежались. Дефьюз пошел. Просто... Забились в это, в камурочку. Ну и спайк стрелит в целом. А, нет, убивают Кей, но он под ультимейтом, его могут резнуть в целом спокойно. Один пусть резнет, другой. Хотя... какой хороший спрей-трансфер! Слушай, есть плохая ешка для профилактики. Резается Кея. И слушай, что? И Хиро убил двоих игроков. Вместо дефьюза парень решил поднять своего товарища по команде. И в этот же момент их просто спреет Оман. Ну слушай, как по мне, надо было дефузить. Там он до половины же за дефол. Да, да. Надо было дефузить, я тоже не понял почему-то. Очень странно. И тут ну просто пользуется возможностью Оман, как бы, коллектива Феникса. И слушай, и забирает раунд. Я могу тебе достаточно так сказать. Когда лежал Смоук, там два опорника стояло возле Каю, и они обязаны были. Один поднимает, другой дефьюзит. А вместо этого они прошивали Смоук и никого не убили по итогу. Ну, может, там надамажили, но не убили. А потом Смоук рассеялся. Да, он убил двоих. Но это было все слишком поздно. Тоже верно. Есть ульта, кстати, от Killjoy, и на этот раз, ну, думаю, могут забрать в целом этот раунд. Сразу ставится спайк и будут играть от него. А, нет, шьют в последний момент. И слушай, обратно приходится ставить. И стан, но удержание как-то играют. Ну и в целом-то спайк поставлен. Только первый опен за Марина Испортс. Если я думаю, ты видишь то, что у нас там бридж будет давать стан, видимо, со спины. Спины уже хочет зайти. И спокойно оформляет первый фраг. Значит, сгибаем палочки, есть. Встречный фулбайн, кстати, но при этом вражеского ключа не особо-то флешит. После 2-3 флешка от Кею. Слушай, такой очень странный моментик. Друг друга размениваются, и Рейза очень, кстати, хорошая агрессия. И дабл кью еще из хаешечки. Нормально так-то. Ну, в целом, спокойно дефузит и забирает для своей команды 12-й раунд. Да, это очень важный раунд, на самом деле, был, потому что был бай абсолютно с одной и с другой стороны. Ну и я думаю, на самом деле, к сожалению, сейчас, ну, уже проиграет, ну, сколько? Ну, там не фулл бай будет, ну, сейчас посмотрим. Денег ребятам будет не хватать у фениксов. Там, а у команды Marine Esports все хорошо, у них и фулл бай, и все скиллы, и, помимо всего прочего, ракета уже зарядилась у Рейзы, которая может уже реализовать, ну, правда, других способностей уже не будет. Вот Ехира, Ехира единственный сейчас ключевой персонаж, который может как-то с помощью ультимативной способности перевернуть эту игру. Посмотрим. Ну да. Есть хаешка, кстати, неплохой дэмэдж. Бомбатрон и Мэджоник старается играть. Ого-хо-хо-хо-хо! И, блин, и промазал. Опять. В очередной раз мимо. Ага, опен килл делает у нас ребята атаки. И вот пошла ультимативная способность. Залетает на асайд. Правда, почему-то без спайка улетел. Быстро разжаться, кстати, делать для профилактики, знаешь, этот фейк. Хорошо-то у нас бридж забирает, и пробивным еще забирает. Каким образом? Два дабл кью, трипл кью уже оформляет ситуация. 2-4, слушай, до последнего не сдаются у нас фениксы. Прям, видимо, настроены прям до самого конца играть и даже, возможно, попробовать сделать камбэк. Есть флешка, будет навешиваться, и, блин, и трое пикают этого персонажа. Слушай, как ему не везет-то. С двух сторон и выбивают, и... Ну, в соло остается в клатч моменте 1 в 4, Кейо. Там два красах, один на половинку. А, и прошили немного. Уже знает информация. Есть моменталка, первого забирает. Ну, сразу, кстати, Кей, видимо, прочитал такой ход и сразу отвернулся и читает. 8-12 счет. Ну, слушай, 4 раунда разрыв, как думаешь, смогут ли они камбэкнуть и сократить? Ну, уже права на ошибку нету. Слушай, ошибку это нет. Было, на самом деле, удивительный раунд в том плане, что... Ну, я говорил, что Ихира — это ключевой герой, который должен как-то играть со своей ультимативной, собственно, так оно и получилось. Особо перетянуть не получилось всех участников, но...
вышло так, что да, команда Фениксов выиграла этот раунд. Я думаю, что все-таки, конечно, закончится со счетом 13 в пользу Марина Эспорт. Я думаю, они в итоге заберут себе эту карту. Ну, возможно, будет там 10-12. Ну, это как бы максимум. Я не верю, что будут допы. Потому что закончится 10-13 или прям сейчас хороший прострел. Минус 2 игрока команды, минус 3 игрока команды. Остается только и. Идеальная, как по мне, атака. Они прям зашли и все, просто все в их пользу. Оманы убьют. Как так? А можно было раньше такую игру видеть, а? Прям почувствовали, согласись. Да, мне кажется, нашли свою игру. И прям по С, слушай, не получается защищаться у Марины Испорт. Видимо, уже просто до тех пор это все отработали, что, видимо, каждый сантиметр, каждый угол, он уже продуман. Ну, в частности, конечно, что по С очень часто находится один опорник или два. То есть, как бы, гораздо легче. Хотя, сейчас, мне кажется, если бы они запушили А, было бы тоже неожиданно. Сейчас, кстати, подтягивается третий игрок. В целом, может, попробует как-то флешку Омана реализовать, как думаешь? Ну и да, с тем учетом, что здесь три игрока команды, у нас опять техническая пауза стоит. Должны как-то... Кстати, обрати внимание, что в этот раз уже не один опорник на С стоит, как это было раньше. Оставляли Киллджой со всеми ловушками, а уже конкретно три игрока здесь будет играть. Кроме всего прочего, вообще в идеале было бы хорошо гранаточку закинуть вот туда, когда здесь все стоят участники, готовятся к выходу на С-сайт. Хотя, возможно, кстати, еще передумают. Ну, тоже верно. Если передумают, то они окажутся правы. Ну, слушай, тем не менее, у них есть запасной план. Они, смотри, они оставляют обычно люркера, который проходит Б, пытается открыть. И когда они, получается, по С, они на песках вот этих застревают, то они быстро просто ротацию проводят, и все. Просто даже в этом моменте у Марины Испорт есть тоже запасной вариант, потому что, как мы видим, что у нас Кей играет Апленд. В целом, больше чекает лонг, и он может тоже быстро перетянуться к бричу, но тут вообще играет, мне кажется, эффект неожиданности и скорости именно. У нас брич может сдерживать атаку, это тоже играет на руку конкретно Марины Испорт. Ну слушай, так как тут читаемо, ну тут, слушай, наверное, было лучше подать, конечно, пойти. Посмотрим, как они реализуют, если сразу фудлайн. Какой хороший опен! От неонки какие промахи, дабл кью, трипл, три килла просто в пользу этой команды. И пробивной еще есть. Ну и слушай, очень хороший старт, могу сказать. Активный еще один фраг, и у нас Киев как только остается в соло на изгибе. Слышит Киллджой. Та открывает эту дверь. Слушай, фейкует. Нет? Ладно. Но все-таки тут этот раунд, понятное дело, уже не выиграть. Но слушай, уже второй раунд подряд без единой потери. Да, они их просто не могут убить. Ну, либо мой предикт... Либо мой предикт сейчас залетит, что 10-13. Ну, либо я плохой предсказатель. Аналитик, да. Просто я знаю, что люди устают. Первый слог в особенности. Пауза берется. Ну, слушай... Это очень интересный матч будет, по всей видимости. И, честно, хочется увидеть камбэк от Феникс. Но, слушай, Марина Испорт, мне кажется, сейчас они как-то на попыхах могут сейчас сливать. Они не перестреливают, у них как будто мышка дрожит, знаешь, они просто не могут. У них постоянно какие-то проблемы с экономикой. Если они сейчас этот раунд сливают, они играют допы, понимаешь? Да. Вот это лосовый раунд. Поэтому пауза и берется. Причем со стороны атаки, заметь это. Это, мне кажется, даже и на руку Марины Испорт тоже играет, понимаешь? Но они уже не понимают, как играть против них. Частично. Ну вот сейчас, если они также по С будут идти, конечно, это, как по мне, будет уже слишком читаемо. Либо это игра на психологию уже идет, потому что я ходить один тот же плен, как бы, ну, нереально. Ну и то есть, да и в целом они реализуют свои выпады, как будто, знаешь, у них игрок на неон, у него сейчас есть ульта. Есть ульта у брича, это под ретейк. То есть они могут заходить сейчас с С и его использовать ульту в целом. Они знают, что у них это самый перспективный плент, самый, так сказать, в целом лучший плент. Они чаще всего под него заходят и выигрывают раунд, они могут использовать ульту брича, ульту неонки.
И тут как бы Марина спросила, либо за бэксайд придется уходить, либо же как-то встречать их пробовать. И сразу проскакивает, кстати, префом. Ну, и да, есть Б, кстати, вот они пропушили чуть Б, они, возможно, попробуют открывать эту дверь и попробуют ретейкать оттуда. Вполне вероятно. Могут. Тут два варианта, мне кажется. И либо они откроют дверь и встретят их уже, либо они будут ротейкать, и эта встреча же на их базе. И просто префом сразу вылетает, есть фуллблайнд, просто Оман уничтожает двоих, сразу там туда идет пятерых, четверых, пробивной. Да, над этой, о господи, сколько тут обилок. Это просто мясо. И тут Рыза, кстати, от Марины Испец есть тоже неплохо. Есть хаешка. Ну слушай, 3 в 3 ситуация. Есть хаешка от Кей, есть дэмэдж. Размен, ситуация 1 в 2. Слушай, ну Марины Испец явно тут невыгодной позиции. Но тут они понимают, что есть инфа по нему. Цеплайн свободный. И он может идти по пятам. Кстати, этим может воспользоваться Киллджой. Я думаю, ты видишь турель. Да, да, да. Будет инфа. Поэтому есть. Инфа есть, то что в спине, поэтому будут, я думаю, уходить за бэксайд, наверное, стороны атаки. Ну и как думаешь, тут сможет ли взять клатч? Ну последний, ну один раунд нужно забрать Марине Испортс. Я думаю, что нет, тут, наверное, уже будет 11-12, потому что... И причем Тайга сейчас убьет его в голову. Ну-ка, оглушение. Каким-то образом этот игрок берет этот клатч. Боже мой! Я великий предсказатель. Хорошо. А почему? 10-13. А почему вопрос такой? Они встали под размен. Зачем они встали в одном и том же месте? Я тебе больше скажу. Фениксы так и не использовали ни ульту. Феникс забыл. Ну, команда Феникс не использовала ли ульту Брича и не использовали ультимативную. Способность, да. Господи, забыл героя. Электрическую. Неонки. Неонки, да. То есть две способности, две ульты, вот которые мы с тобой обсудили буквально перед матчем. Там была пауза перед матчем, и они должны были как-то это использовать. Либо заходить в плент, либо ретейкать, либо... Но они вообще не использовали по итогу. И да, и идеальная комба сейчас в исполнении... то есть способность, которую XXOH на Бриче использовал, он попал по двоим. Он оглушением по двоим попал. Как? Вы же понимаете, что он там находился. Ну, в общем... Просто встаньте под размен. Один в изгибе, один тут просто. Если один будет инфа, вот второй просто выходит по инфе, и он как бы не успеет обернуться просто, и все. Да, эта ситуация мне была абсолютно непонятна. Но, как говорится, победителей не судят. Поэтому счет становится у нас, друзья, на Лотусе 1-1. И мы с вами уйдем на небольшую паузу, после которой вернемся на финальный гранд-финал. Третья карта, заключающая на сегодняшний день. Серия.
Выбирайте агента. Ну что, дорогие друзья, зрители, чат и любители киберспорта, кто вдруг только к нам присоединился на трансляцию и не понимает, что здесь происходит, друзья, гранд-финал. Третья, финальная карта на сегодняшний день в противостоянии на турнире «Огни Олимпа» на карте Ascent играют у нас такие коллективы, как «Феникс» против коллектива «Марина Esports». Надеюсь, все зрители чаты все готовы к этой легендарной встрече. 1-1. Можно сказать, что у нас прямо сейчас начинается Best of 1 серия. Игра до одной победы. Кто победил? Здесь и сейчас выигрывает гранд-финал всего турнира, друзья. Ну а для вас комментирует и освещает Слард и Максим Шемпи. Итак, дорогие друзья, да, это финальная карта. Мы дождались. Ascent впервые у нас сегодня на трансляции. Ну что думаешь, кто заберет в целом гранд-финал? В целом, оба конкурента весомые. Ну а вот кто заберет, это вот уже вопрос. Слушай, очень волнительно, я прям сам переживаю. Вижу, что немножечко пики отличаются друг от друга у ребят. Вижу, что, кстати говоря, насчет ребят Ри, опять мне надо поменять, чтобы мы сразу не путались. Да, все верно. Ну и пока что, слушай, Марина Esports за атаку, это уже многообещающе. Наоборот, вот, все, вот теперь все точно. У нас, получается, Марина Esports решили начать за защиту. А, за защиту. Да, защиту. И за атаку у нас как раз Фениксы. Вот, касаемо пика, вот что я хотел сказать, что у Марина Esports есть такой герой, как Сейдж. Есть и подхил, и стеночки какие-то, и, возможно, в ответственный момент будет ревайв. Ну вот, сейчас игроки притягиваются в центр. Но при этом там есть сова. Опять же, мы называем ультимативно спокойно. Кого лучшая флешка, но никого не убивает, к сожалению, у нас. Итак, да, пока что размен. Ситуация 3 в 5. Ну и слушай, пока что Марина Esports зажимается на базе. Как-то есть метка от Сайфера. Кстати, не палит до сих пор его камеру. Интересно очень. Да, они там куда-то секунд. В стену постреляли, но не поняли, где она находится. Спайк установлен. Есть вариант как-то от смока этого сыграть. Думаю, щит на секунду развеется. Смотрит, есть метка, кстати. И метка по Оману. Из коллектива Марины Esports. Слушай, ну, в этой ситуации, конечно, очень трудно будет отобрать раунд. В целом-то. С трех сторон. С двух сторон будет атаковать. Есть, кстати, one way от вражеского сайта, самое интересное. Остался один игрок. И всех просто расстреляли. Очень быстрый раунд, на самом деле, в пользу коллектива Феникс. Успевают дать на последнее здоровье голову Тайге, но по итогу, да, три игрока атаки у нас спасаются, берут себе первый раунд, друзья, Фениксы. Слушай, по-моему, и на прошлой карте они тоже хорошо начали, если я не ошибаюсь. А, нет, подожди, там Marine Esports начал, да. Там два раунда ребята забрали. Окей, первый раунд за Фениксами. Начинает у нас Аки, закидывает кинжалик. Кинжалик обнаруживает трех игроков, они очень быстро рашат на ноге. Немножко небольшой шифт. Ага, проходит вот так вот, выходит в центр. Не видит абсолютно никого, выходит в центр, видит на шарте тоже никого нет. В том числе, не знаю, будет ли чекать Сити, Сейджа. Выходит у нас через смоук. Ребята, хорошая голова, но не убивает. У нас Сайфер добивает у нас Сайфера за атаку. Ну и остается счет 3-2. Герои у нас остаются. Ситуация будет у нас страшить. Марина Esports через выход Б плента. Слушай, подразмены очень недавно стоят у нас на боксе и получается на проходе.
нас агенты, слушай, шотнул, но там, видимо, то ли прострелом, то ли просто броня была. Окей, в целом вполне вероятно. То, что бонуска и так далее. По-моему, есть инфа, будет стараться выбивать. У нас лонг, но пока что размен и ситуация 2. 0, да, понятное дело, счет 0-2. Ну, слушай, пока что Феникс, конкретно данный коллектив, очень неплохо начинает. Да, слушай, конечно, удивительно, но действительно, Аки как-то включился в игру на Каю. Он 4 килла сделал грамотно. Вообще, мне нравится, в этой игре как-то Аки себя получше чувствует. Возможно, это прям ну, такая карта, которая ему больше нравится. Не знаю, потому что в предыдущих он, ну, неплохо играл, как игрок, но исполнение было чуть хуже. Так, разведывательная стрела у нас в центр залетает, также у нас сразу же дрон пролетает над воротами, взлетает в центр. Информацию проверил, что за воротами никого не будет. Выходит Аки у нас уже по шарту вместе с Джет. Джет будет у нас, видимо, прыгать. Да, запрыгивает, перестреливает, убивает у нас при этом героя со спайком. Тайга у нас выходит дальше, получает флеш при лицо, full blind. Слапает Гана. Еще один смоук. Стенка Сейджи заканчивается. Закрывают Герию. Убивают у нас и Хироу. Подкиливает Сейдж себя. Убивает у нас Мяста. Ну и надо заплентить вообще, ребят. Все, плентит у нас Сайфер. Ага, там пробитие. Приходится переустанавливать спайк. Убивает бок у нас Сайфера. Под оглушением. Тайга остается. Перестреливает одного игрока. И, к сожалению, только одно убийство совершает здесь. И уже сторона защиты берет свой первый раунд. Крайне неплохой раунд получился. И Марина Испас пока что потихонечку начинает отыгрываться. Как думаешь, смогут ли они сравнять счет и дальше уже как-то вырваться вперед? Ну, вообще, в целом, давай дадим такие небольшие предикты. В чью пользу пойдет у нас игра? Ты знаешь, у меня первая половина, подлое такое впечатление. Я думаю, что Фениксы приблизительно сыграют либо 8-4, либо 8-6 в их пользу за атаку. А потом уже посмотрим. То есть пока предикт, что первая половина за Фениксами уйдет. Понял. Ну, я все-таки, наверное, почему-то склоняюсь больше к Марине Испортс. Кстати, как хорошо агрессивно у нас залетает Феникс. Ой, господи, Кио, но там все равно никого нет. Есть, кстати, опен от игрока Джет коллектива. Феникс, кстати, ульту юзает и может очень неплохо ее реализовать. По крайней мере, один фраг он уже с нее сделал. У нас будет, скорее всего, мид. Через мид как-то стараться Марина Испорт разыграть через дерево. Вполне вероятно, да, в частности, через дерево, скорее всего, пройдут. Ихира у нас чекает девятку. С такой позиции сразу не увидишь, на самом деле, но как дабл пик тоже такой неплохой может получиться, если эти станут. По Сайферу, друзья, есть пробивной туда же закидывается. И, слушай, неужели будут сейвить ганы? Да, да, я думаю, что времени уже не хватает, и ситуация 3 в 5. Единственное, сейчас Кая может умереть, только пока погибает. Не получается засейвить ган. И то же самое делает у нас. Ага, перестреляет, его простреливают, и он дает голову Тайге по итогу. Кстати, я не знаю, Тайга все-таки закупался, даже хоть он не использовал ультимативный, но он закупался в прошлом раунде. 1-3. Да. Ну и слушай, пока что, ну как ты и говорил, ну первая половина почему-то идет за Фениксами, но с другой стороны, Marine Esports вообще по факту тут сторона защиты доминирующая, если даже вот обсуждать пики, у них крайне хорошие пики под защиту. Не понимаю, почему они их не реализуют должным образом. Хотя вроде делают, играют достаточно хорошо, но почему-то отдают сайт и дальше как-то не могут его ретейкнуть.
Оба Сайфера сейчас наблюдают в камеры. Пока на карте глобально ничего такого не происходит. Смоук лежит на выходе Асайта. Забирает у нас сферу Кайо. Ну, ему еще не хватает одного плента. То есть, либо какой-то плент, либо еще одна сфера уже около Б-сайта. Сигзалик влетает у нас в сторону плента. Информация, как все получили о том, что не увидели пока никого, но при этом идут в сторону Б-сайта, закидывается первый смоук от Омена, будет залетать флешка от Аки, отскоком. Ага, летает флешка, запрыгивает у нас сразу же Тайга, будет ловушка, ловушка у нас сломает, ловушка ломается, перестрелки, и Хиру делает двойное убийство. Аки помогает ему с этим, делают три убийства, и защита рассыпается, остается последний игрок команды, и его в том числе и Хиро у нас убивает. Трипл чил совершает игрок. И слушай, ну крайне хороший раунд от Феникса было, как они быстренько ротацию провели, на шифте зашли под Б, ну, хороший фаст-пуш сделали даже чуть, ну, в хороший тайминг. Прям пока что все складывается прям как нельзя лучше для команды Феникс. Ну, видишь, там еще был такой полубайраунд, то есть им тоже тяжеловато было перестрелять у Марины и Спорса, но вот сейчас они должны камбэкать, то есть там 2-4, не знаю, но эту, если они проигрывают этот раунд, дальше будет еще тяжелее. Заходят у нас ребята с помощью Кая на сайт, используют ультимативную способность. Готовит сплошка, вылетает, кстати, джетка, и не замечает сову, ее шьют, она попадается в, я так понял, в растяжку, да, еще попадается вражеский кей, о господи, что за размен, и у нас становится, получается, такая ситуация 2 в 5, очень, кстати, быстренько ретейкнули атаку своих оппонентов, опять же, коллектив защиты, ну и слушай, как-то на этот раз уже прочитали Марин Испорт своих оппонентов. Ну да, здесь в этот раз ребята уже закупились конкретно полностью, во-первых, ганами. Плюс никто не использовал способности, ну, в плане ультимативных способностей из Marina Esports. Хорошо сыграли раунд, 2-4, ну, это стоило предполагать. Наконец-таки у них экономика восстановилась, и они купили на фулл-бай уже купили. Но вот сейчас тоже у них такая, ну, с какими-то неполной броней, но при этом со всеми способностями. Ребята будут тут мять защиту своего оппонента, то есть проверять информацию эту. Залетает у нас кинжалик от Кайо. Проверили, что есть ли кто-то близко возле двери. И сейчас Феникс. Ой, сова, прошу прощения, готовится к выстрелу. Итак, ситуация 4 в 4. У нас джет, кстати, очень неплохо подпушивает дерево. И даблки оформляет, кстати, очень неплохо продавливает. Ну и слушай, тут есть под ретейк ульта Брича, если они подпустят сейчас ближе к сайту, попробуют как-то разыграть с, получается, Сайфером. Есть флешка, должна быть ульта идти, ну, должны ретейкнуть. Трипл килл мог бы залетать в пользу Брича коллектива защиту, но пока что он хорошо дамажит и делает дабл килл. Понимает, где его оппонент, у нас Сайфер коллектива защиты. Есть, кстати, дрон, ломает сразу, должен репикать. У нас джетка с двух сторон ее понимает. Нужно поменять угол с двух сторон, просто не знает, куда целиться. И тут просто уже потерялся. Боялся и рашить, потому что под размен стояли. Ну и счет 5-2. Да, жаль, что это был фантом, а не вандал. Так, ну, да, можно было бы прострелом стрелять через эту стенку. И убить ее. Ну, он, да, он знал, что игрок там, но получилось... Таким вот образом не забрал. Да, по двум зайцам, как говорится, за двумя зайцами погонишься, никого не поймаешь. Кстати, интересная ловушки от Сайфера защиты. Он поставил ловушку, которая наверх от прыжка джетки. Так, ну что ж, у нас, слушай, 1 плюс 4 играется. Для Сента это, мне кажется, очень хорошая стратегия, хотя я бы все равно бы предпринял, наверное, больше 2 плюс 1 плюс 2. То есть стандартный холд,
Ну, либо же на крайняк 2 плюс 2 плюс 1 со стороны Б, наверное. Потому что, видишь, они очень хорошо растянулись, постянулись под Б, кстати, Б, точнее, под А. Б сейчас более-менее свободно, но там есть, кстати, я так понял, это обилку поставила Killjoy. Нет, это Cypher. Растяжку и прям достаточно агрессивно там стоит. Я так понял. Не пойму, чье это конкретно, на самом-то деле. Вот там забилка. Ну ладно, пушит Марк, сплитует у нас. И пока что Бридж, коллектива защиты, очень неплохо находит для себя фраг на миду. Кажется, вроде стараются рашить. Кстати, ну, в целом 4 в 5 это, на самом деле, можно играть. Есть Бридж, уже второй фраг оформляет. И остается у нас одна джетка, которая какой красивый хэдшот, слушай, 3 головы ставит у нас Бридж, как бы, или 4 уже. Да, там 3 головы было, очень сочные такие залетели, еще вовремя переключился на самом деле. Ну и по итогу защита забирает себе этот раунд. Да, забавная, кстати, ситуация была, что защитники, Cypher в том числе, поставил абсолютно все ловушки, камеру на Б-сайте, а фулл тимы, даже с центра ребята ушли и перетянулись на А-сайт. Но по итогу своевременно отошли и выиграли этот раунд. Итак, быстрый раш сайта. Тайга проверяет, нет ли кого-то рядышком. Мясо просто прячется за ящиком такой, все, надо валить отсюда. Сейчас посмотрим за сторону защиты, тут везде смоки лежат. Так, смоук, джетка с кинжаликами запрыгивают у нас. Видят здесь, ой, не перестреливает с кинжалов никак абсолютно. Еще и Ри остается. Информация, остается один Cypher. Да, слушай, быстро зашли. Как-то защита посыпалась в этой ситуации. Ну, видишь, что через Спайк сити бежит на Cypher. Оказались не самым лучшим образом все три игрока защиты возле двери. Возможно, была бы другая ситуация, получилось бы лучше. Итак, кинжальник залетает. Да. Как? Тут клатчмейт 1 в 3. У нас Cypher пока что готовится продвигать. У него есть в запасе. Его, кстати, спалили. Так, камеры Cypher, есть реконт от совы. У него есть одна клетка, которую он может использовать. И как он ее использует, это уже другой вопрос. Ломает, кстати, метка по нему. Просто его всеми белками забрасывают с двух сторон и репикает. Ну и тут понятное дело, что его тут где забирает. Квадратил. Еще 6-3. Между прочим, это крайне хороший раунд за коллектив Феникс, в пользу коллектива Феникс. И слушай, вот смотри, тут очень, на самом деле, безысходная игра у Cypher была в этом раунде. Хотя, мне можно было как-то клетку попробовать разыграть, но чисто технически он мог закрыть как-то выход под пода этой клетки и попробовать фейковать, понимаешь? Но забатить на обилки, ну тут вообще на самом деле бесходная достаточно позиция. Тем не менее, это будет фаст-пуш Эй, достаточно интересно, как она получится. Есть, кстати, джетка под быстрый раш, есть смоук, туда же дэшается по-быстрому. Открывает сайт, старается, есть вариант выбивать, кстати, сейдж, который, между прочим, выбивает. Раз соло размен, кстати, уходит, и разменник выносит ультимейта. Есть флешка Тея, фудлайн, у нас джетка становится, не дают все-таки поставить пачку. Есть, кстати, флешка от Тея, есть очень неплохо, кстати, пока что даже второй флаг выполняет. Джетка, есть пробивной от Бича, в целом очень неплохо получается. Ситуация 3 в 3, у нас под ретейк готовится с трех сторон, опять же, Марины Испортс, и стараются уже в клешни брать своих оппонентов. И так, на самом деле, с таких позиций очень неплохо можно выбивать. Есть у нас сова, которая пропускает у нас Cypher. Есть ульта от Брича, кстати, очень неплохо работает под ретейк. Есть вход девяткой. И в целом соло остается, размен и третий фраг от Cypher. Крайний импакт очень хороший вносит в этом раунде. Еще 4-6. Ой, да, интересно. Сегодня вообще интересные матчи у нас, действительно. Слушай, касаемо предыдущего, позапрошлого раунда, там, конечно, у Cypher, который...
Он поймал вообще все, он поймал все ловушки, все разведки, все. Я вообще, и, честно говоря, на самом деле, мне кажется, там надо было сейвить. Один в три ситуации оставалось в последний раунд, ну, в том раунде. Там надо было, мне кажется, посейвить предметы и, ну, оружие, и способности. Ну, его кошмарили вообще этими обилками. О, кстати, какой хороший опен от Брича. Коллектива защиты есть. Опен от Marina Esports. Есть, кстати, пробивной. И стан очень неплохо может дать от дэмэдж. И вроде дает небольшой. Нет, все-таки не получает дэмэджа. Как вариант, слушай, сейчас можно ротацию проводить у коллектива Феникс. Есть, кстати, дрон от Совы. Если не заметит у нас Омана, то это может сыграть на руку, если это будет какая-то раш мида или ротация. Вот, кстати, смог на мид, про что я говорил, его может не заметить. И Оман все-таки... Да, они не подозревают, что они там, есть флешка, он выходит, размен, даблкил мог бы быть, но даже под флешем его забирает Джетка. Бридж играет на миду, он старается выцелить своего оппонента, не получается, как вариант, может сыграть от своего стана или от флешки Кею. Как хорошо-то подыгрывают нас на верхнем миду Сайферы и пробуют как-то спускаться на уровень своих оппонентов, будет выбивать вот этот нижний мид и, нет, вполне будет прорываться через дерево. Слушай, Сайфер уже у нас сегодня показывал себя как хорошего и люркера, и опенфрагера. Есть, кстати, флешку выбивает, есть на самом деле хороший ретейкнул. Выбил спайк у нас с Кейо, но его быстренько забрали. Там Джетка тоже хорошо сыграла, но ситуация 2 в 3, тем не менее, у нас в меньшинстве остаются. Только что Феникс. И слушай, как хорошо Сейдж выходит. Просто, знаешь, весь раунд сидела под этой девяткой, просто чтобы выждать момент, когда они будут проводить ротацию с Б на через мид, через дерево, и просто выйти и дать два хедшота. Да. Ну это была забавная ситуация, да, действительно, игрок на Сейдже сидел целый раунд там. Это, я даже не знаю, это как это, терпение прям такое лютое или хитрость? Все было так задумано, вот так обычно говорят, все так было спланировано. Да, все верно. Ставлю преграду. Так, три игрока атаки у нас выходят в... Ага, вот так вот, перестрелка, Лакс дает первый килл, но его перестреливают тут же. Отходят ребята. Ситуация 4 в 4. Возвращается обратно под асайт. Будут с площадки на выход. Опять ретейкают. Забрали сферу. Единственное, что... И ретейкают, да. Через сити. Возвращаются в сторону Б-сайта. А там камера у Сайфера. Ага, стоит над выходом Б-сайта. Там смоук обновляют у нас Оман. И я прекрасно знаю, где мы. Позиция врага. Увидели трех игроков команды. Понимаю, только один Сайфер у нас стоит в глубоком плите. И бегут. Ага, глушил. Пробитие. Сбиваю Домена в спину. Очень плохо Сайфер может... вроде пикает, и Сайфер очень хорошо... Из коллектива атаки выбивает своего двойника. Не, 2-3 ситуация. Слушай, уже второй килл оформляет у нас Сова. И, наверное, будет пробовать сейчас и забирать. Все, полностью спалили уже Брича. Но хотя он выходит раз, хедшот, может быть, попробует 1-2, 1-3, точнее, вытащить. Обходит, прочекивает все позиции. И слушай, прямо слева, буквально от него, он дышит. И в затылок они прям ходили вокруг коробки. И слушай, Икею забирает, получается, последнего игрока, и раунд для своей команды тоже. Да. Пока что 7-5, счет в пользу коллектива Феникс. Слушай, ну почти, я был очень близок, я говорил 4-8, ну ладно, 5-7. Ну первый половину... Смена сторон? Да, в итоге смена стороны. Предикт залетел с тем, что Фениксы взяли первую половину. А вот теперь вопрос, как бы смогут ли таким пиком ребята обыграть? Слушай, ну теперь уже шансы у Marina Esports есть на то, чтобы они... Ну, забрали. Обычно... На асценте очень неплохо заходит Оман, он есть у обоих для атак.
Потому что смоки Омана в первую очередь они кдешатся и чаще всего бросается смок на мид, вот как сейчас. Как мы знаем, Марина Испорс у нас очень любит вообще центральную, вообще центр карты. Они очень часто мид как-то подпушивают, играют на нем. Поэтому сейчас попробуют, видимо, Киев как-то, может быть, с моменталкой или со флешкой. Нет, флешку Омана нету, есть стан, может быть, от брича даваться. И, может быть, флешка от Кейо. В целом, есть еще Сайфер на прочек, если кто-то будет как-то, ну, заходить в спину, делать поджимы с мида. Ну, слушай, все, начинается атака, есть тайминговая хаешка Кейо, и в ней же погибает Оман, ай-яй-яй-яй-яй. Но успел он дать один смок на девятку, размену, как хорошо-то расстреливают с двух сторон. Растяжку добивается, но все равно, слушай, каким Сайфер, каким образом Сайфер на эту стенку? А, Сейч его подняла на этой стенке. Ну, такое себе, конечно. Ну и ситуация пока что 3 в 3. Выходят ребята. Сайфер стоит в спине. Должен принимать. Не перестреливает, не получается. Не перестреливает, да. Закрываю. Надо было чаще кликать. Быстрее. Да-да-да. Готовит моменталку у нас флешку Кейо. Есть инфа, есть еще, кстати, флешка от брича. Просто забрасывают всем, чем можно. По флешкам два патрона остается у брича. И, кстати, размен. Размен есть. Один в один дуэлистер. Есть вариант поменять позицию. Попробовать, может быть, как-то сломать окно. И делать вид, что ушел. Ох, нифига себе, какой хладнокровный, кстати, фраг. У нас от Кейо коллектива. Атаки, я думаю, это видео прям да. Хороший смачный тап. И это третий факт для Кейо коллектива Marine Esports. При том, что там фейк дефьюз был на самом деле. И, ну, я думаю, что Кайо понимал, что тот не успевает, и либо будет сейф какой-то, ну, хотя чего там сейвить, в принципе, первый раунд пистолета. Ну и да, хладнокровно просто дождался свою жертву, как, знаешь, как паук своей паутине свою жертву и убил. А, кстати, что у нас тут? У нас вообще полное эхо у защитников. Вот шорты только есть у Аки. Экономят. Экономят, да, максимально экономят, чтобы со всеми способностями, броней и какими-то вандалами можно было в дальнейшем выйти. Ну вот, ребята, будет агрессивно сейчас выходить. Пятером перестреливаются. А что самое главное, они забили спайк. Спайк лежит теперь уже у них. Ну тут да, тут и такие. О, спину зашли, перестреляли. Так, подбирает спектр. Есть разведывательная стрела. Вынуждена отдать спайк. Ну и в соло остается у нас, получается, сова коллектива защиты. И пока что все идет в пользу коллектива Marine Esports. Вполне вероятно, что они сравняют счет, спайк скорее всего. Мид у нас, кстати, также решит Кею подпушить. Может заглянуть в затылок своему оппоненту. В целом, наверное, так и будет. Проверил. Ну вот теперь сова не знает о том, что в спине есть. Как-то распикивает, и слушай, тут уже просто на префе выходит у нас Кейо коллектива атаки и забирает его. Глекс. Хороший игрок. Да, он сегодня показывал не только в этом финале, но и на предыдущей карте, которую мы с тобой комментировали, тоже достаточно красивые раунды, где он исполнял те же и квадрокиллы делал сегодня, и триплкиллы совершал. Очень хорошая стрельба натренированного этого игрока. Ну, счет становится у нас 7-7. Сравнивают счет. Marine Esports. Один подавлен. Там. Есть информация о том, что в дверях в центральном коридоре находится у нас Джетка. Готовится оглушение у нас Дрим. Пробитие. Огромное количество стрельбы услышали игроки. Сразу же Джет перетягивается в сторону Апланта. И единственный кто, так это тихо сидит Сайфер у себя. Причем и один, и второй Сайфер на том же планете чекают, контролят. Ну вот здесь будет информация сейчас, да, о том, что
Ага, увидели Брима. Мы не разбили камеру. Здесь. Что, перетянулись ребята? Крепко. Вспышка! Убили двух игроков команды. Сайфер делает двойное убийство у нас. Погибает. Хорошая голова. От таги. Два в четыре ситуация остается. Шоковая стрела. Ой, вторая как-то кривовато. 12 секунд остается, ну все, времени нет. Там в спину заходит тем временем. Аки убивает первого в голову. Разрывательная. Таги делает еще один килл. Единственное, что мне нравится за фениксов, это то, что у них нет сейджи. Сейджа это вообще полная поддержка. То есть, в отличие от Sky, у которой есть там и птицы, и волк, и хил, что самое главное, и плюс разведывательная информация от нее с помощью ультимативной, то Sage в этом плане вообще полный саппорт, то есть там только замедление хил, как бы ты много это использовать не можешь. В этом плане грустненько. Вот, поэтому у фениксов в плане героев пик нравится намного больше. То есть тут и сова с информацией, что и шоковые стрелы. Ну да. В целом-то вообще сейчас это получается, наверное, 2 плюс 1 плюс 1, точнее 3 плюс 1 плюс 1 играется, и пока что больше мы сфокусированы на Б. Вот пошла разведывательная стрела, сразу же определили, информация есть. Мяула убивает у нас Гларкса, кстати говоря, в голову. Ваншотит его. Проходит через ловушку, там еще и дрон пролетает, еще тут пару ловушек, отстреливает первую, вторую попадает в ловушку, ага, не получается, погибают абсолютно все игроки команды, и... Кстати, да. Извини, что перебиваю, но, по-моему, у нас тут игрок Cypher что-то вытворил невозможное, прям трипл килл, такой хороший просто. Сочный. 30 секунд. Понимает, что тайга там. Формация есть. Ну, его спина. Хиро убивает. Я бы с ножом подошел бы, зарезал. Не знаю, насколько это грубо пойти зарезать человека с ножа. Что лучше, зарезать или застрелить в штурмовые винтовки? Итак, счет 7-9, и у нас пока что ведут, у нас получается Феникс. Да, да, в этом плане ребята подсобрались, вырвались после смены сторон два себе раунда, ну и сейчас более такая пассивная игра, стараются как-то прочекать, то есть вначале кинуть кинжалик, информацию получить, но вот сейчас потихонечку подходят к стороне сайта, и Hero готовится еще раз чекнуть, на самом деле там 5 игроков команды, может быть сейчас быстрый врыв, флешка и, ага, флешку увидел одного игрока, сфера, кастуется флешка, 3 игроков подрушает двойное убийство, 3 минус 3, ну Аки добивает, уже с пистолетом, потому что патроны закончились, Аки делает двойное убийство, остается последний игрок команды и минус 5, идеальная победа, без потерь. Слушай, очень-очень-очень-очень хорошая флешка залетела. Мне кажется, если бы она была бы залетела чуть раньше, он бы мог в соло всю команду перелопатить. Я вообще полностью с тобой солидарен. Именно так оно и было. Ну, видишь, он там смог кинул. Возможно, не предполагал, что они настолько быстро зайдут. Ну, да, они прям на ноге. Но флешка ослепила. Благо, еще и Хиро там рандомную, знаешь, шальную пулю в голову не получил. Ну да, пока что у нас так же сайфер на люк. О, какой ТП, и сразу флешка от Кею залетела, ты посмотри, как шикарно, но все равно ревайв есть, кстати. Да, размены, и ревайв, ну в целом, пока что в ноль ушли по разменам, пока что. Ситуация 4-4.
Ну и слушай, как вариант, можно хороший поджим через мид оформить у Сайфера. Опять же, там, возможно, будет как-то выходить сейчас джет коллектива защиты и пробовать там уже отыгрывать. Ну, пока что, в целом, очень медленно, бесконтактный бой, я бы даже так сказал, ведется. То есть была вот начальная стычка, все, и, кстати, ох, как хорошо залетает фраг от джетки в пользу коллектива Феникс, и они сейчас пока что владеют численным преимуществом. А я только что посмотрел, оказывается, на канале основном Акма нельзя клипы делать. Вот это, кстати, или надо просто писаться. Ну, мне кажется, это зрители должны быть делать на автомате. Да, да, да. Ну, пока что сплитпуш будет. Раз через маркет, и пока что... Слушай, как хорошо Сайфер коллектива защиты держит сайт вообще в целом. Ломает раздак, а вот вторую уже не читает. И сразу же абик, понимаешь, сразу же просто фраг с джетки. И все, и счет-то 7-11. И по всей видимости, это будет победа коллектива Феникс. Да, тут в этом плане очень хорошо сейчас Фениксы себя почувствовали. По итогу действительно Тайга. Ну, я смотрю, все игроки играют, и Тайга, и Соудж, и Аки, и Хиро. Они. Вот и Хиро нам с Одина показывал, как он исполняет игру в предыдущей карте. Пригнулись, собрались, ну да. Несем смерть. Там. Даже, ну да. Осталась мотивная адвакса. Заходит очень быстро, достаточно на ноге. Не увидели. Ага, увидели, что минус голова. Убили. Один в один разменивается, два игрока. Атаки остается. Попытались что-то здесь сделать, но. Ульта продолжает работать, она заканчивается вот в данную секунду. Спайк выброшен. Флешка. Попытка забрать спайк. Забирает спайк. Забирает. Ну, хорошо, заплентит. Денежка небольшая будет. Ага, 24 ситуация, ульта пошла от совы. И слушай, чудом не задевает. Он вообще прям среди всего огня не успевает поставить, и спайк все выбивается. И 12-7. Ну и получается матч-поинт. Да, матч-поинт. Получается. Вполне вероятно, это последний раунд гранд-финала. Ну, в любом случае, ладно, не будем сразу списывать со счетов, потому что у нас Marine Esports любители потянуть до последнего на самом-то деле. Мало ли они сейчас используют магию, фантастику, или кому-то из игроков вдруг АФК встанет, не знаю. Но все что угодно может произойти, на самом деле. Аки готовится дать кинжалик. Ну, пока что, да, 3-2. У нас здесь в центральном коридоре попытка выстрела с оператора не увенчалась успехом. Кстати, ТП-шка прочекал у нас Оман, ведь сразу ее выбросил, на инфу сыграл. Кстати, да, будет мид у нас играться, в основном есть флешка от Рича. Слушай, вот, конечно, занимать мид это очень важно, сейчас очень хорошо опыт залетает в пользу коллектива Marine Esports, и уже в четвером остаются у нас Фениксы, но с такого момента очень трудно будет принимать ретейки, если специально отдают сайт. Пока что, кстати, соло размен уходит Сайфер коллектива Феникс, и слушай, как хорошо у нас может поймать сейчас затылок своего оппонента Глокс. Аж троих может покрыть сейчас! Первого! И второго не ждет, и все равно неужели садит перестрелку. Ну, тянет время, тянет время. В любом случае, хорошо в этом плане. Остаются два игрока. Вряд ли как-то камбэкнул. Ага, перестреливает все-таки. Окей, окей, счет. Один. Ой, да, прошу прощения, 2-3 ситуация. Стенка Сейдж заканчивается. Ага, ну один остается. И Hero. Уже раненый. Ну, что, да, ну да, тут мало что сделает, конечно. Да, и счет 8-12. Да, как ты правильно сказал, пока еще рановато списываться счетов. Еще поиграем. Ага, пауза. Да, почему бы и нет, надо ставить рекорды. Так. В целом, я думаю, можно уйти на рекламную паузу. Да. Пока ждем. Thank you.
Ну что, пауза подходит к своему логическому завершению. Надеюсь, игроки защиты обсудили все свои планы, возможности, потому что они проиграли раунд, взяли паузу для того, чтобы обсудить этот момент. Ну и прямо сейчас 15-секундная подготовка к очередному раунду. Остается буквально, друзья, один раунд. Ну что, смогут ли ребята? Соги, дай им пройти сайт. Здесь. Мега хорош. Ну что, погнали, друзья. Кинжалик залетает у нас пока по таге. Не дает возможность с оператором здесь поработать. Приходится из-за этого отойти. Ри тем временем запрыгнул у нас на ящичек. Готовится такой. И через центр. Ты посмотри, Макс, что они творят. Они хитрые жуки. Они через центр. Да. Ну, в целом-то можно хорошо разыграть, учитывая, что позволяют им, а нет, вот уже не позволяют. Есть рекон, кстати, есть первый опен от джетки коллектива. У нас получается Феникс. Ну, слушай, зажимают их и стенкой, всем закрыли, и Ван Вейм, и всем. Тут понятное дело, что будет ротация через дерево, вот уже. Слушай, очень хорошая плотная защита у Фениксов сейчас. И слушай, как может хорошо зайти в спину у нас краски Сайфер. Коллектива атаки. Есть рекон, пока что подпушивается, рашится дерево. И опять ретейкают. Опять возвращается обратно. Ну да. Тут уже Сайфер выскакивает, спросает у нас клетку на выход. Открывает сайт. В целом крайне неплохо тоже сыграл. И слушай, как по мне, это неплохой фейк, но они в меньшинстве. А это может сыграть, ну, точно не на руку. И двое. 2-5. 2-5 уже остаются. Шансов ульта Кейо. Ну и это скорее всего конец. Хоть и спайк поставлен. Да. Да, это конец. Это победа коллектива Феникс. Да, поздравляем ребят. Ребята отлично справились. Ну и ладно, побалуются сейчас еще немножко. Ну да. И в целом победа. Поздравляем. Победа. Поздравляем их с этим. Это был тяжелый матч на самом-то деле. Плотный достаточно. Со счетом 2-1 у нас побеждает коллектив Феникс. И могу сказать, что это была очень хорошая игра, все показали себя достойно. Ну а мы Феникс поздравляем и желаем им тоже дальнейших успехов. И они, получается, узнать бы, сколько лутанули за этот турнир. Я думаю, что об этом наши телезрители смогут узнать в группе ВКонтакте, а для этого да. Вы сможете, друзья, увидеть все ссылочки под трансляцией, подписывайтесь на все социальные сети, в том числе и ВКонтакте, там актуальные новости всегда выходят, и я думаю, в том числе будут поздравления для команды Фениксов. Ну и я, честно говоря, хочу в том числе, Максим, вместе с тобой поздравить команду Marine Esports. Так или иначе, да. Ребята в том числе большие молодцы. Да, к сожалению, вот буквально чуть-чуть не хватило до первого места, но второе место, причем не 2-0 в сухую, а 2-1 и с каким усилием и трудом. Ребята молодцы, то есть второе место заслуженно победили. Ну что, да, мы с тобой уходим в отпуск. Можем прощаться, я думаю, с нашими зрителями. С нашими зрителями, телезрителями. Для вас, дорогие друзья, комментировал Слард и Шемпи. Да. Уходим. Ну, я думаю, пожелаем хорошего всем вечера, успешных игр, каток. Ну а мы пойдем. Нам пора. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.